Здравствуйте. Владимир Анухимович, вы слышите меня? Да, я слышу вас, я здесь. Я на месте. Значит, у нас Егор опаздывает на 30 минут, но вроде бы все работает. Будем надеяться. Все на месте. Так, Шаматович, вижу Шаматовича, первый докладчик на месте. На Шаматович на месте. Валерий Иванович, попробуйте. Да, добрый день, Николай Николаевич, Владимир Анухимович. Добрый день. Слышно вас хорошо, все в порядке. Поскольку вы первый докладчик, можете попробовать включить сразу презентацию, посмотреть на нее. Хорошо, спасибо. Владимир Анухимович сейчас председатель будет. Так, на полный экран давайте, Валерий Иванович. Опс. Превосходно, все хорошо с вами, вы готовы. Все получилось, да? Абсолютно все. Спасибо. Все хорошо, и я тогда сейчас на некоторое время выйду и приду опять. Владимир Анухимович, а вы... В ГАИШ или из дому? Нет, нет, вы... я из дому. Я тоже из дому. Я просто смотрю, за окном творится такое, что, в общем... Я в ГАИШе. Я могу сказать, что народ, например, вчера участвовало более 60 человек, в какие-то моменты доходило до 66. А в зале сидело 2-3 человека. Практически все участвуют дистанционно. Позавчера доходило в максимуме до 93, но в зале тоже было всего не более 10 человек. Практически все участвуют дистанционно. Так что... Я так понимаю, что Егор меня слышит. Егор, по-моему, и со звуком все в порядке в зале. Он идет сверху, все, по-моему, нормально. Презентации на экране, все хорошо. Потому что такая погода за окном, что я даже боялся, вдруг с электроэнергией что-нибудь случится или еще что-то. Два дня назад, вот как позавчера, когда мы проводили эту телеконференцию, и было дофига народа, в университете была дикая проблема с интернетом, которая почему-то не затронула ГАИШ, поэтому у нас все было хорошо. Ладно, Николай Николаевич, у меня та же проблема, что это... вот убрал окно, да? Не, у вас все нормально. То есть не видно участников, да? Участников? Ну, обычно говорящего вам должно быть видно. Абаитка, скажите что-нибудь. Я на месте. Ну, вот Абаитка видно мне, поэтому, когда он говорит. А сейчас мы убрались. Желательно, чтобы освещение шло спереди, а не сзади. Хорошо. Так, Валерий Иванович, вы сейчас вышли из полноэкранного режима, но это вы успеете сделать. Я вышел из зала, меня сейчас не будет. Все хорошо, хорошо, спасибо. Но в любом случае у нас еще 10 минут, и народ обычно
появляется, поскольку все дома включаются в последний момент. Так что пока отдыхайте и ждите сигнал. Так, я даже временно отключу изображение. Чтобы никого не смущать. Так.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, сколько нас? Целых 9 человек. Да, ждем. Опыт показывает, что где-то первые 10, 5-7 минут идут лавины. А вон она уже началась. Да, 11. Подключился Сергей Старченко, один из докладчиков. Это хорошо. Каждый докладчик is most welcome. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Сереж. Конференц-зале очень обильно. Один я, никого больше. С этим мы уже встречались. Но в конференц-зале тоже понемножку накапливается, по-моему. Нет, я ожидал, что сегодня Рябчикова сюда придет. Доходит до 10. Да, но вчера не доходило. Вчера максимум, что было в зале, было 5. Хорошо. Ну, по нынешним погодным условиям добраться куда-то очень сложно, судя по тому, что творится за окном. Да ну, даже автобусы нет. Ходят, Валерий Иванович. Я на автобусе доехал. А, даже, да? Без всяких проблем. А-а-а. Как раз, если я люблю летом ходить из дома в ГАИШ, это 4 километра, то сейчас пойти негде, а-а-а, потому что там все завалено снегом. Вот-вот-вот. Я за окном только трактор вижу, который пытается прочистить дорогу. Не, ну он автобус с переменным успехом. По Комсомольскому проспекту ездит. Хотя, не, ну Москва подготовилась. Хотя Комсомольский проспект... зато я все пробки собрал на Варшавке, пишет организатор. Ну, это понятно. Вот, но Комсомольский проспект, я говорю, даром, что... Его часть как раз, где я на него выхожу, до 50-х годов называлась «Большие кочки». Все равно проехать можно. Он же сросток двух улиц и одной площади. Это была Чудовка, Хамовнический плац и Большие кочки. И вот из этого сросток Комсомольский плац. Большие кочки на пути к Большой Луже. Да, и мало того, я еще застал Маш мальчонкой. Больших кочек уже не было названия, но была остановка какого-то автобуса, улица Малые Кочки. И что так называлось, я даже не в состоянии был тогда понять, а сейчас уже это вообще. Ну, Рябчикова сегодня докладчик, поэтому надо... Да, и ожидалось, что она будет докладывать лично. А у нее куча соавторов, это правда. Ну, там Рябчикова. Ожидалось, что пойдут к нам Рябчикова и Машон. Ну, собственно говоря, всех рады видеть. Так. 21. 21, да. Очко. Очко. Да. Так. Моя студентка обещалась там присутствовать в зале и докладывать непосредственно. Отлично, отлично. Кто пойдет, всякого. Если ее отпустят с лекции, Юрий Васильевич Пахомов. А вот если этот Юрий Васильевич, по известной его студенческой кличке Монстр, не отпустит его. Вот так, да? Он да. Студентом назывался Монстр. Это почему? По какой-то ассоциации? Мне пишет организатор, значит, Егор мне пишет, что Рябчикова передала презентацию и обещалась быть лично. Хорошо. На самом деле она мне очень сильно разгрузит необходимость еще ездить по Москве сегодня, если пойдет. А то мне придется переться в Иносан вечером. А зачем? Да есть дело. Я есть друг. То есть у вас еще отдельные.
Да, он, я оппонентом должен быть, и там бумаги надо. В МГУшных правилах, с одной стороны, бумаги требуют меньше от оппонентов, зато правила более занудные и оппонентов больше. На кандидатскую диссертацию 3 оппонента. Привет, коллеги. Антон Михайлович. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. О, в зале появился еще один грешанин, так что двое нас. Отлично. Так, время 58 минут. Я, наверное, уже сделаю то объявление, которое я делаю каждый раз. И про меня упомяни, Коль. Да упомяну, Антон Михайлович. Здесь всем нужно это тоже знать. Значит, Антон Михайлович... Кстати, Антон Михайлович, я порылся и посмотрел. Мы в прошлом году посылали и русские, и английские тексты. У меня да, участие авторов есть английские тексты. Они хранятся у нас. На всякий случай, хранятся. Для страховки, пришлите его снова. Да. Но, может быть, за эти 3 года изменения какие-то были? Я, конечно, просмотрю и, конечно, пишу. Да. Коллеги, 2 минуты до начала я все-таки скажу, давайте, что, во-первых, Антон Михайлович собирает на англоязычное издание книги «Астрономы» биографии астрономов на английском и русском языке, надо и то, и другое для сверки и уточнения английского текста. И это нужно делать, ну, грубо говоря, до лета, потому что это осенью должно быть уже в издательстве. Вот. И я объявлял, что желающие опубликовать статьи по материалам своих докладов на нашей конференции в астрономическом журнале могут рассчитывать на зачет рецензии его комитета в качестве одной из 2 рецензий в АЖ и благоволят, ну, например, писать мне о том, что они хотят это делать. Кому меня... писать, кому направлять еще раз? Нет, значит, пока речь идет о том, чтобы вы подтвердили свое желание. Да, ну вот кому подтверждать мне, это желание? Мне, кому посылать? Самусю. Саму все. Ну, в оргкомитет, собственно. В оргкомитет. Если вы пришлете мне, это тоже не пропадет. А, то есть можно вам, да, Владимир? Можно мне, я тут же перешлю это туда, где это все в общем, будет собираться. Кому угодно из нас нужно сообщить о своем желании. И желательно это сделать побыстрее. Мы наверняка будем устанавливать дедлайн, и дедлайн этот, скорее всего, будет 31 марта. Ну, я бы хотел еще прибавить, что астрономический журнал – организация строгая. И, в общем-то, во-первых, надо послать поскорее, во-вторых, имейте в виду, что рецензирование и все прочее там будет по полной... Не по полной, а по половинной. Ну, по половинной. Хорошо, по половинной. Но эта половинка будет вдвое строже. Кто этого знает? У меня случались забавные вещи, когда статью принимали... при одной абсолютно по делу и сугубо отрицательной рецензии и одной отписке положительного свойства. Вот. После чего я был переводчик, и я зарубил себе деньги, я сделал перевод и послал им письмо с просьбой рассматривать письмо как отрицательную рецензию. А ведь коллегия посмотрела рецензии, позвонила тому, кто написал положительную, говорит, да-да, хреновая статья, хреновая. А чего ж ты положительный отзыв дал? А чего я написал? Я написал, можно опубликовать. Я же не написал, нужно. Так, у нас время начинается. Позвольте мне тоже сделать короткое объявление. Речь идет вот о чем. Мы восстанавливаем работу нашего междисциплинарного семинара. И первые 2 заседания, ближайшие, будут посвящены Нобелевской премии по физике за 2020 год. Это Пенроузу, Генцелю и Гесс. Значит, первый доклад будет 3 марта, посвященный непосредственно Петрову, то непосредственно Пенроузу доклад будет делать сотрудник ГАИШ Петров, рассказ о самом Пенроузе, его биографии и
ну и основном результате, который вошел, был засчитан как часть Нобелевской премии. А 10 марта Ольга Касьяновна Сильченко будет делать доклад «Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути». Заседания семинара будут также такими же, как мы говорим, гибридными. Наверное, часть или значительная часть будет в зале, но одновременно по этому же самому Zoom будет идти трансляция и возможность участвовать. Будет еще разослано непосредственно объявление о каждом из семинаров с указанием, как подключиться. Ну, отлично. Всем будет разослано, да? Ну, разумеется, да. Все, участников в сумме в зале и дистанционно более 40, поэтому можем начать доклад. Валерий Иванович, прошу. Дорогие коллеги, доброе, хотя очень снежное утро. Я хотел бы выразить мою глубокую признательность организаторам конференции за предоставленную возможность рассказать об исследованиях атмосферных потерь для горячих экзопланет, которые проводятся у нас в Институте астрономии. Собственно, кратко о содержании данного доклада. Я хотел бы обсудить в этом докладе, собственно, процессы атмосферных потерь, то есть те физические процессы атмосферного бегания, которые ответственны за атмосферные потери, и, собственно, те частицы, которые участвуют в этих процессах. Несколько слов по поводу названия «горячая экзопланета». Это, извините, чуть-чуть такой жаргонный термин. В английском языке есть такой общепринятый термин «close-in». На русском это, наверное, получается несколько более длинное название, то есть экзопланеты на низких орбитах или близких к родительской звезде орбитах. И если мы посмотрим вот статистику открытий экзопланет на данное время, то мы можем увидеть на этом графике, скажем, что область экзопланет с орбитами ближе, чем 1/10 астрономической единицы, достаточно хорошо населена, то есть по разным оценкам это вплоть до 40% открытых экзопланет. А, собственно, такое близкое расположение к родительской звезде, оно определяет, что на их атмосферы воздействует жесткое излучение звезды и приводит к достаточно интересным процессам в атмосферах этих планет. Ну, собственно, работа со статистикой открытых экзопланет нам позволило выявить несколько структур. Здесь показана диаграмма по вертикали, это радиусы планет в радиусах Земли, а по горизонтали это, собственно, тот поток излучения, который приходит к экзопланете от родительской звезды. И вот такое распределение, оно позволяет нам выявить несколько структурных элементов в этой диаграмме. Это пустыня короткопериодических или горячих Нептунов. То есть довольно неожиданный результат, когда оказалось, что здесь, в общем-то, эта область довольно слабо населена экзопланетами с параметрами планеты Нептуна в нашей Солнечной системе. И второй структурный элемент – это так называемое деление по радиусу. Есть много терминов для этой области. Это ущелье фотоиспарения, сечение Фултона по имени автора, первого автора работы, в которой было показано о том, что если составить статистику планет по их радиусам, радиусах Земли, то появляется такое распределение с двумя пиками, разделяющие, в общем-то, планеты класса суперземли и планеты класса субнептунов, Нептунов и так далее.
И вот статистика достаточно хороша, чтобы нам сказать, что это не просто какие-то искусственные результаты из-за выборочности тех наблюдательных средств, инструментов, при помощи которых эти планеты открывались, а имеет определенную физическую причину такого распределения. И следующий факт вот по статистике экзопланет достаточно интересный о том, что если построить, скажем, диаграмму распределения открытых экзопланет по их по радиусу планеты и по перицентру, или, то оказывается, это распределение непрерывно. Так, то есть у нас присутствуют экзопланеты с радиусами, довольно непрерывно покрывающими вот эти размеры от 1 до 10 радиусов Земли, что сильно отличается от нашей Солнечной системы, где есть, в общем-то, вот этот разрыв между планетами, каменистыми планетами земного типа и газовыми и ледяными гигантами. И вот на правом рисунке мы видим как раз вот оранжевыми кружочками показаны планеты Солнечной системы и некоторые интересные экзопланеты. Мы видим это непрерывное распределение. То есть это нам показывает, что в распределении, собственно, планет у других звезд присутствует новый класс планет, так называемые переходные планеты, которые расположены вот между планетами, каменистыми планетами, планетами земного типа и газовыми гигантами. И, собственно, статистика экзопланет показывает, что вот эта область переходных планет, она вот на данный момент доминантная, где-то порядка 50% всех экзопланет относятся к классу либо суперземель, иногда экзоземель, то есть и субнептунов, и нептунов и так далее. Вот. И здесь вы видите тоже вот этот радиус, ущелье по радиусу или деление по радиусу. И, собственно, вот уже накопленная статистика достаточно богатая, то есть это порядка 4500 экзопланет, о которых мы знаем, позволяет нам более-менее уточнить наше представление как о образовании экзопланет, так и исследовать более узкую задачу о эволюции атмосфер этих экзопланет, и исследовать те процессы, которые ответственны вот за изменение экзопланет, особенно для класса переходных планет, которые, в общем-то, не присутствуют в нашей Солнечной системе. И, собственно, я позволю вернуться вот к этому слайду. И цели исследования, которые проводятся у нас в Институте астрономии, собственно, это исследовать основные процессы, ответственные за потерю первичных водород-гелевых атмосфер для вот горячих экзопланет, то есть экзопланет, у которых большая плотность ближе 0,1 астрономической единицы, то есть близко расположенных к родительской звезде, попробовать оценить скорость потери и оценить устойчивость таких атмосфер, и это провести такое исследование для разных групп экзопланет, то есть начиная от, собственно, Юпитеров и горячих Юпитеров, и спускаясь вниз по размерам этих планет, вплоть до субземель и суперземель. И здесь, собственно, те физические процессы, то есть и те условия наблюдений, которые дают нам информацию об этих процессах. То есть, собственно, атмосферные потери мы можем видеть преимущественно, лишь наблюдая самые верхние слои экзопланет, в основном в ультрафиолетовом диапазоне излучения. То есть на данный момент это преимущественно при помощи космического телескопа Хаббла. То есть, собственно, и в этих наблюдениях были открыты такие протяженные атмосферы, и можно назвать даже газовые оболочки этих горячих экзопланет.
И, собственно, имея такие наблюдения, мы можем построить некие численные либо теоретические модели, которых на основе аэрономии атмосферных потерь. То есть основное здесь положение о том, что высокие потоки, так и так, экзопланеты на низких орбитах, то высокие значения потоков звездного излучения вот в диапазонах мягких рентгеновских лучей и жесткого ультрафиолета приводят к существенному нагреву водород-гелиевой атмосферы и формированию вот, газодинамического истечения атмосферы и, соответственно, могут влиять на эволюцию атмосферы вот, на астрономических масштабах времени. Здесь, конечно, важным обстоятельством является, собственно, и возраст родительской звезды. Скажем, вот на левом рисунке здесь показаны условно потоки излучения для молодого Солнца, и Солнце вот в настоящее время – это зеленая линия и красная линия. И мы видим, что для молодого Солнца первых, там, ну, по крайней мере, 100 миллионов лет, был избыток излучения вот в диапазоне жесткого излучения, в диапазоне рентгеновских лучей и жесткого ультрафиолета. И, собственно, а так как вот это излучение и поглощается верхними слоями атмосферы, то это приводит к различным состояниям этих верхних слоев. Скажем, если вот в настоящее время это в основном такие формируются в нашей Солнечной системе и у других звезд, если это излучение не столь сильно превышает вот измеренное излучение для Солнца в настоящее время, то это формируется так называемое гидростатическое распределение газов в планетной атмосфере. Но если излучение в этом диапазоне превышает, скажем, вот на величину порядка 10-20 значения актуального потока, то формируется уже так называемое динамическое истечение. Теряется гидростатическое распределение и формируется динамическое расширение атмосферы, и что сопровождается, естественно, существенными потерями. Всем хорошо известный из классических книг Соломона Борисовича и Самуила Аруновича, в частности, вот основные процессы потери, ответственные за потери атмосферного газа в открытое космическое пространство. Здесь различают так называемые тепловые и нетепловые процессы. И уровень описания. Если мы описываем на уровне отдельных частиц, то есть там атомов и молекул, это кинетическое описание. А когда у нас есть возможность рассмотреть процессы потери атмосферы в сплошной среде, то есть когда атмосферный газ разогревается столь сильно излучением звезды, что среда начинает двигаться в режиме сплошной среды, то это так называемое гидродинамическое описание. И, собственно, вот эти два уровня описания, здесь необходимо привлечь вот некое математическое описание тех частиц, которые ответственны за вот процессы потери. Ну, естественно, это тепловые частицы, и выделяется такой формальный класс надтепловых частиц, ну и сверхтепловых, я дальше скажу, почему. Плюс добавляются сверхтепловые, то есть это от взаимодействия со звездным ветром. Но по энергиям. Здесь, собственно, тепловые, надтепловые – это на порядок больше кинетическая энергия. И такое разделение, оно обусловлено тем, что, собственно, вот эти частицы, они формируются за счет разных источников. Собственно, к нам приходит в атмосферу планеты. Атмосфера планеты подвержена воздействию жесткого излучения звезды. Это так называемые фотохимические источники. Здесь вот перечислен целый ряд процессов, которые сопровождаются выделением тепловой энергии. И энергетика этих процессов, ну, вот от 1 до 10 электрон-вольт. То есть, в общем-то, на где-то уровень таких надтепловых энергий. И есть еще плазменные источники, вызванные воздействием звездного ветра на планетную атмосферу.
И здесь основной процесс перезарядка с нейтралами из планетной атмосферы. И в результате этого формируются частицы с довольно высокими кинетическими энергиями, так называемые энергетические нейтральные атомы. И, собственно, чтобы нам работать вот с этими группами частиц, ну, с тепловыми, понятно, мы тепловые процессы ответственны за относительно плотные слои атмосферы, и здесь и процессы в плотных слоях атмосферы хорошо описываются при помощи газодинамических уравнений. В самых верхних слоях, где, собственно, практически нет столкновений, мы можем хорошо описать состояние газа при помощи так называемого линейного уравнения Больцмана, либо просто при помощи уравнения молекулярной динамики или переноса частиц в силовых полях. Наибольшую сложность вызывает переходная область, когда область так называемых последних столкновений, то есть между столкновительно-доминантной областью и бестолкновительной. И здесь как раз очень важную роль играют вот и частицы со сверхтепловыми энергиями, а они ответственны вот за нетепловые механизмы потери атмосферы. Но за это приходится платить достаточно сложным математическим аппаратом для описания этих частиц. Здесь нет малого параметра. И приходится, собственно, решать уравнение Больцмана. И вот у нас в Институте астрономии уже на протяжении целого ряда лет работает группа, которая вот занимается решением уравнения Больцмана для планетных атмосфер и, может быть, других астрофизических. Ну и резюмируя вот процессы потери, можем сказать следующее, что в зависимости от возраста, от родительской звезды, для молодых звезд, когда очень высокий уровень в диапазоне жесткого излучения, есть вспышки, суперспышки и так далее, работают преимущественно гидродинамические процессы потери атмосферы. Но в то же время здесь, естественно, работают и фотохимические нетепловые процессы потери, то есть с образованием надтепловых частиц и так далее, и так далее. Но эффективность, конечно, сильно зависит от тех потоков излучения, которые приходят в атмосферу планеты. Ну и по мере того, как звезда направляется к главной последовательности, ее активность вот в этом жестком излучении уменьшается, начинают работать, в общем-то, уже классические процессы потери, то есть это либо тепловое испарение, либо нетепловые процессы за счет вот фотохимии. Ну, естественно, здесь есть еще целый диапазон так называемых плазменных источников, то есть вот потери ионов и так далее. Ну и обратите внимание, вот, собственно, здесь этой штрихованной прямой показана эффективность процессов, то есть атмосфера наиболее эффективно теряется вот возраст, когда у нас звезда молодая, у планеты там первичная атмосфера. И это особенно актуально вот для горячих экзопланет, планет на низких орбитах. И вот зная эти основные процессы потери и их физическое описание, мы в какой-то мере уже можем что-то предсказать состояние атмосферы на разных для планет разного возраста, то есть планет в молодых планетных системах, и далее посмотреть, какая атмосфера в зависимости от исходной массы планеты, какая будет атмосфера, сохранится ли первичная атмосфера водород-гелиева, либо она будет потеряна за счет активности звезды и сформируется вторичная атмосфера. И, собственно, вот этому направлению это направление исследований и развивается у нас в Институте астрономии. Ну, мы начали с самых таких простых фундаментальных задач для этого класса. То есть мы создали кинетическую модель на основе метода Монте-Карло, собственно, для расчета эффективности нагрева водород-гелиевой атмосферы. Как оказалось, вот в тех, это работа где-то вот начала 2014-2015 года, как оказалось, в предыдущих моделях этот параметр был просто, эта величина просто использовалась как некий внешний параметр. По той простой причине, как я сказал, что
нужно учитывать вклад как и поглощение излучения, так и надтепловых фотоэлектронов и так далее, решать уравнение Больцмана. И никто особо не было желания вот решать такие в вычислительном плане довольно тяжелые задачи. Но тем не менее мы взялись, мы посчитали профиль, и у нас и сейчас имеется профиль вот эффективности нагрева. Эффективность нагрева – это доля энергии звездного излучения, которая идет в тепловую энергию атмосферного газа. И вот эти профили являются сейчас базовым элементом вот тех так называемых аэродинамических моделей состояния атмосфер экзопланет, горячих экзопланет. Так как по наблюдениям, естественно, наиболее большой объем наблюдений был сделан для горячих Юпитеров, то есть тех первых экзопланет, которые открыты, то данная модель была приложена вот к исследованию атмосфер горячих Юпитеров. И здесь, вот, собственно, ее тестирование показано и сравнение с результатами других авторов. Горячие Юпитеры, естественно, имеются наблюдения и так далее, но с точки зрения такой глобальной картины и глобальной задачи все-таки найти планеты земного типа у других звезд и исследовать их атмосферу, чтобы оценить астробиологический потенциал этих объектов. Конечно, горячие Юпитеры, наверное, не самые горячие объекты в этом плане, но тем не менее из-за большого объема наблюдений мы посвятили исследованиям от горячих Юпитеров достаточно много времени, и результаты этих исследований вот представлены в монографии, которая вышла в конце прошлого года. Здесь перечислены авторы этой монографии: газовые оболочки экзопланет горячих Юпитеров. И все интересующиеся могут приехать к нам в Институт астрономии, и в принципе у нас есть некий запас этих книг. Здесь вот показаны картины, здесь достаточно интересная, тем не менее, вот физика формирования атмосфер. Мы даже это все называем газовыми оболочками, потому что те аэродинамические модели были сопряжены с газодинамическими МГД моделями воздействия звездного ветра на планетную атмосферу для горячего Юпитера, и формируются вот довольно газовые оболочки довольно сложной структуры, и здесь потеря атмосферы происходит через точки Лагранжа и так далее. Но основной вывод, что такие атмосферы, тем не менее, даже для горячих Юпитеров, они устойчивы на астрономических масштабах, так как гравитация этих планет достаточно высока. Вот один из очень интересных результатов миссии космического телескопа Кеплер – это наблюдение, накопление статистики суперспышек на звездах как солнечного типа, так и на звездах классов там КМ, на красных карликах там и так далее. Вот мы воспользовались этой статистикой и посмотрели, как же суперспышки воздействуют на атмосферу горячих Юпитеров. Здесь довольно интересные физические процессы, то есть формируется там несколько ударных волн, что приводит к росту потери атмосферы, иногда достаточно существенному. Но так как вспышки продолжаются относительно непродолжительное время, то вот полученные оценки говорят о том, что скорость потери атмосферы возрастает почти на порядок, но тем не менее это на больших масштабах времени, это не сказывается на эволюции атмосферы. Но это может быть важно уже для планет с меньшей массой, с более протяженными атмосферами. И мы оценили, как мы можем увидеть эффект суперспышки на горячем Юпитере 209-458b. И в тех наблюдениях, которые проводятся, это приводит к некому углублению, вот кривое ослабление, там, скажем. Следующее направление исследований – это было рассмотрение вот пустыни горячих Нептунов, уже используя наши модели. Мы использовали достаточно простое представление о изменении светимости родительской звезды вот на
разных масштабах времени, то есть когда молодая звезда и так далее. И мы оценили скорость потери для планет уже с массами Нептуна и субнептунов. И оценили скорости потери водород-гелевых атмосфер и сравнили вот с таким классической оценкой, которая, оценкой из теории фотоиспарения, которая ранее использовалась вот для определения скорости потери атмосферы Нептунов. И оказалось, здесь вот показаны сравнения, мы видим, что, в общем-то, строгие расчеты отличаются от сплошными кривыми показаны вот оценки, полученные при помощи аппроксимационной. Это наши расчеты для двух разных классов Нептунов, тяжелых Нептунов и субнептунов, там, отличающихся на порядок по массе. И, собственно, вот эта вот пустыня, когда мы приложили к тем объектам, которые располагаются близко к границе к пустыне, короткопериодических Нептунов, то оказалось, что вот для легких Нептунов действительно фотоиспарение играет важную роль, и атмосферы могут быть утеряны. А для, вот, собственно, классических Нептунов, там, горячих Сатурнов... Валерий Иванович, у вас осталось 2 минуты, включая ответы на вопросы. Включая ответы на вопросы. Хорошо, спасибо. Угу. Ну и далее мы исследовали там горячие Нептуны, то есть мы пошли по размерам планет вот ниже, прикладывая наши методики. И здесь наиболее интересным объектом, я пропущу эти картинки, о которых вот мои коллеги будут рассказывать сегодня. И здесь вот оказалось очень интересно, я буквально 2 слова хотел бы сказать, о экзопланете Пимен-Си. Это первая экзопланета, открытая космическим телескопом ТЭС уже. И она расположена в довольно интересной области. У нее размер порядка 2 радиусов Земли. То есть это уже суперземля. И первые наблюдения на космическом телескопе Хаббла показали, что видно очень слабое поглощение в водороде. И в этой атмосфере присутствуют уже тяжелые элементы. Вот углерод, вот 2 статьи буквально последних лет. И, собственно, вот и эта планета интересна тем, что она расположена вот у самого деления Фултона, и, по-видимому, есть предположение, что она находится на стадии перехода вот от субнептунов к суперземлям. То есть вся атмосфера перестраивается, теряется. И, собственно, вот наши исследования этой суперземли и будут представлены вот в следующих докладах Калиничева Евгения Сергеевна. Это, она была студентом ГАИШ, сейчас аспирантом в Институте астрономии, а Анастасия Автаева студент 5-го курса ГАИШ вот в настоящее время. Ну и, собственно, в заключение я хотел бы сказать, что вот те методики, которые разрабатываются в нашем институте и нашими коллегами, естественно, в коллаборации, они позволяют нам вот посмотреть, каким образом выживают первичные водород-гелевые атмосферы и какие процессы ответственны за это. И мы, конечно, приближаемся вот к классу планет, переходных между субнептунами и суперземлями. Здесь больше открытых вопросов, чем полученных ответов, но тем не менее тема очень горячая, интересная. Спасибо за внимание. Спасибо вам, очень интересно и хорошо, и вовремя. Вопросы, пожалуйста, желающие задать вопросы, прошу. Можно спросить? Валерий Иванович, огромное спасибо за доклад, очень интересно. У меня много вопросов, но я задам только один, потому что времени мало. Если посмотреть на все эти результаты с точки зрения небесной механики, то там много всего интересного происходит, потому что, ну, раз масса меняется, она еще меняется по-хорошему не изотропно, там возникают некие реактивные силы. С другой стороны, есть сопротивление при движении расширяющейся звездной атмосферы в звездном ветре. И вот у меня, собственно, такой вопрос. Вы и ваша группа сделали очень много важных вещей и очень сложных, но пробовали ли вы это как добавить туда небесную механику и попробовать оценить, как это может влиять на долгопериодическую эволюцию. Мы с вами об этом разговаривали на одной из прошлых школ про экзопланеты. Вот. Собственно, вот все.
Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Мы, естественно, открыты вот для объединения наших моделей для совместного рассмотрения с методами небесной механики, потому что здесь говорилось только о определенном классе планет. Есть же планеты на сильно эллиптических орбитах, там, скажем. И там вот потери атмосферы, конечно, совсем по-другому происходят. То есть, ну, а во-вторых, когда вот конечный итог, когда первичная атмосфера теряется, то формируется, собственно, вот этот остаток, то есть силикатное каменное ядро, и вот его динамика тоже достаточно интересна. То есть это вопрос, в общем-то, миграции вот этих планет, он, конечно, да, очень вот важен. Ну, да, собственно, да, с точки зрения небесной механики их можно назвать короткопериодическими, это более-менее удобный перевод на русский. В принципе, я согласен. Close-in – это короткопериодические, но из-за длины термина мы пользуемся вот таким жаргонным словом. Так, по-моему, Юра Цап хотел задать. Надеюсь, короткий ответ услышать. А где магнитное поле? Вот в моделях воздействия звездного ветра учитывается магнитное поле. Видите ли, это планеты на близких, на низких орбитах, и они приливно захвачены. То есть, если вот даже для Юпитеров есть оценка о том, что из наблюдений таких неявная оценка о том, что магнитное поле где-то 1/10 от магнитного поля Юпитера в Солнечной системе. И поэтому вот следующий шаг, там, когда мы смотрим трехмерные расчеты, то магнитные поля включаются. И при взаимодействии со звездным ветром, когда мы греем атмосферу, естественно, высыпание заряженных частиц из звездного ветра, здесь тоже необходимо магнитное поле. Спасибо. Там же еще может быть страшный момент, что магнитные поля звезды и планеты взаимодействуют Magnetic Star Planet Interactions. Да, вот это очень детально описано для горячих Юпитеров в той монографии, которую я цитировал в нашем докладе. Там две главы посвящены, вот, собственно, формированию магнитосфер горячих Юпитеров, ну и экзопланет в более широком смысле, и взаимодействие вот магнитного поля планеты и магнитного поля, там, скажем. Спасибо. Давайте двигаться. Нет. Извините. Спасибо. Давайте двигаться дальше. Тем более, что будут еще соавторы выступать. Валерий Иванович, свою презентацию вы убираете. И следующий доклад. Я убрал, по-моему. Да, презентации сейчас нет. Доброе утро, меня слышно хорошо? Мой доклад следующий. Так, меня слышно? Да, слышно. Доброе утро всем. Так, теперь должно быть еще и видно мою презентацию. Видно? Да, все видно. Мне сегодня хотелось бы рассказать про тему своего исследования, посвященную изучению орбитальной эволюции экзопланет. Одним из важнейших направлений в изучении экзопланет является развитие методов популяционного синтеза, при помощи которых были получены различные распределения планет на диаграмме масса планеты, радиус орбиты. Однако для того, чтобы соотнести такие распределения с наблюдаемыми, нужно изучить эволюцию, орбитальную эволюцию экзопланет после диссипации протопланетного диска, поскольку все эти распределения полученные, они соответствуют моменту диссипации протопланетного диска. Этому и посвящена моя работа. А на данном слайде продемонстрированы основные типы взаимодействий в экзопланетных системах. Ну, сразу скажу, что за орбитальное взаимодействие отвечают приливные взаимодействия. То есть наличие планеты приводит к появлению различных возмущений в звезде. Это так называемые квазистационарные приливы, то есть приливы, которые образуются, то есть как приливной горб на поверхности звезды. А также наличие планеты приводит к появлению осцилляций уже внутри звезды, и это динамические приливы. Еще на орбитальную эволюцию экзопланет влияет взаимодействие экзопланет со звездным ветром. Пока что в своем исследовании я это взаимодействие не учитываю, однако уже в ближайшее время планирую взяться за изучение именно этого взаимодействия. Ну и, конечно же, не стоит забывать про внутренние процессы, которые происходят в звезде,
которые в простом случае могут быть сведены к изменению момента инерции звезды, к появлению ядра, к обмену угловым моментом между ядром и оболочкой. Ну и сейчас уже непосредственно перейдем к моему исследованию. В рамках моего исследования я работаю со звездами солнечных и околосолнечных масс на эволюционной стадии, соответствующей промежутку времени с момента диссипации протопланетного диска и до конца главной последовательности. Характеристики приливной диссипации я определяю, считаю из моделей МЕЗа, которые получены при помощи инлист-файлов проекта MIST. Моя работа подразумевает исследование звезд как и в модели твердотельного вращения звезды, так и в модели двухслоевого вращения. Во втором случае, в случае двухслоевого вращения, я также обращаюсь к эволюционным трекам кода StarVol. Они есть в открытом доступе, и ссылка на эти треки на данном слайде. Входными параметрами в моей модели являются масса звезды, металичной звезды, начальная угловая скорость вращения звезды, масса планеты и начальная большая полость планеты. Модели МЕЗа, с которыми я работаю, являются вращающимися моделями. Причем изменение угловой скорости считается по закону торможения из работы Луи-Амарда. В данном законе присутствуют два режима для звездного ветра. Это режим насыщенного ветра и режим ненасыщенного ветра. И переход между этими двумя режимами осуществляется, исходя из величины отношения между периодом вращения звезды и временем конвективного перемешивания на границе ядра и оболочки. Но угловая скорость вращения звезды начинает меняться только после диссипации протопланетного диска. А время диссипации у меня считается по формуле из работы Галлета. Эта формула изображена на данном слайде. Здесь моделируется время диссипации протопланетного диска в зависимости от начального периода вращения звезды и от ее массы. Ну и, как я уже сказал ранее, у меня орбитальная эволюция запускается только с момента диссипации протопланетного диска. На это тоже надо обратить внимание. Считаю я характеристики приливной диссипации при помощи формализма из работы Баркера 2020 года. Здесь приведены темпы для диссипации приливов, для диссипации квазистационарных приливов, диссипации инерциальных волн и диссипации гравитационных мод. Ключевой характеристикой, определяющей темпы диссипации, является параметр Q, который играет роль параметра добротности, то есть это отношение энергии приливов, то есть запасенной энергии, к энергии, диссипируемой за один цикл. И чем больше Q, тем менее эффективно диссипирует энергия, тем медленнее мигрирует планета. Если планета находится изначально под коррекционным радиусом, она мигрирует к звезде. А если находится вне коррекционного радиуса, то она мигрирует наружу. И на данном слайде приведен график с характерными величинами Q для этих трех вот видов приливов. И мы видим, что квазистационарные приливы, они диссипируют наименее эффективно, а наиболее эффективно диссипируют гравитационные моды. Однако стоит обратить внимание на особый характер диссипации динамических приливов, то есть гравитационных мод и инерциальных волн. Вот инерциальные волны, которые распространяются в конвективных зонах, они диссипируют только когда период вращения звезды меньше, чем удвоенный орбитальный период. А гравитационные моды, которые возникают на границе лучистых конвективных зон, они вот в области лучистого переноса, они распространяются к центру звезды, там они фокусируются, то есть их плотность увеличивается, и вот осцилляции с различными модами, они взаимодействуют друг с другом. Это взаимодействие еще называется опрокидыванием гравитационных волн или гравитационных мод, это вот два альтернативных названия. В результате этого опрокидывания диссипирует очень эффективная энергия. Однако для того, чтобы это опрокидывание состоялось, необходимо, чтобы масса планеты была выше некоторой критической массы. И выражение для критической массы, оно легко трансформируется в выражение для критического орбитального периода в зависимости от массы планеты, массы звезды и времени. И в итоге окажется, что реальные гравитационные моды могут диссипировать только в конце главной последовательности. Вот эти критерии для опрокидывания, они свои для звезд с конвективными ядрами и для звезд с лучистыми ядрами. И так получается, что для звезд с конвективными ядрами в
вообще диссипация не наступает до конца главной последовательности. На данном слайде приведены примеры уже для орбитальных треков звезд, для орбитальных треков экзопланет с массой 5, массой Юпитера. Черная сплошная линия – это невозмущенное положение корреляционного радиуса. Штрихованная линия – это невозмущенное положение радиуса двойного вращения, так называемого, то есть там, где угловая скорость орбитальная равняется удвоенной угловой скорости вращения звезды. А красная линия – это, ну или сплошная цветная линия, тут вот у нас синяя, это перемещение экзопланеты, а красные вот штрихованные линии – это возмущенное положение радиуса ротации и радиуса двойного вращения. А в первом случае мы видим, что планеты изначально находятся, ну, обе планеты находятся под радиусом ротации, то есть они начинают мигрировать внутрь, однако вторая планета изначально находится за радиусом двойного вращения. Это означает, что в ней возможно, в звезде возможно возбуждение и диссипация инерциальных волн. И изначально планета мигрирует именно под действием инерциальных волн. Однако в определенный момент она оказывается за радиусом ротации, поскольку радиус ротации движется быстрее, чем планета, и планета меняет направление своей миграции. Но в конечном итоге наступает момент, когда в звезде начинает включаться диссипация гравитационных мод через 4 или 5 миллиардов лет после начала эволюции звезды. И буквально за 1 миллиард лет планета выпадает. А во втором случае планета изначально находится внутри радиуса двойного вращения, и в ней диссипируют только квазистационарные приливы. И миграция от этого очень медленная. Однако в определенный момент планета оказывается на радиусе двойного вращения. И что же тогда происходит? Планета оказывается прикрепленной к радиусу двойного вращения. Почему? Потому что под радиус двойного вращения она зайти не может, потому что там она диссипирует, там диссипация очень неэффективная, и планета мигрирует там очень медленно. А как раз-таки за радиусом двойного вращения планета мигрирует очень быстро, поскольку там диссипируют инерциальные волны. В результате планета оказывается прикрепленной. Но она открепляется от радиуса двойного вращения тогда уже, когда сжатие звезды сменяется расширением. И также планета начинает мигрировать медленно под действием квазистационарных приливов до тех пор, пока в звезде не включится диссипация гравитационных мод, и тогда буквально за 1000-10 000 лет планета уже выпадет на родительскую звезду. На этом слайде показаны орбитальные треки уже для планет массы 3 массы Юпитера и 8 массы Юпитера. Здесь что стоит отметить, что более массивные планеты сильнее возмущают положение корреляционного радиуса и радиуса, ну, сильнее возмущают вращение звезды относительно случая с изолированной звездой. Ярослав Александрович, у вас осталось 1-2 минуты. Ой, так быстро? Да. Я думал, 15 минут. Уже 15 минут прошло? Ну, почти. Вы не забудьте, что вам еще нужно отвечать на вопрос. Хорошо, ладно. В общем, экзопланеты могут, когда они массивные, могут выпасть до включения диссипации гравитационных мод. А на следующих слайдах я привожу диаграмму выпадения экзопланет. То есть диаграммы выпадения экзопланет определяют судьбу экзопланеты, исходя из ее начального положения. Вот красные точки – это не выпавшие планеты, синие точки – это выпавшие планеты до включения диссипации гравитационных мод. И мы видим, что в случае медленно вращающихся звезд выпадают только те планеты, которые находятся под радиусом ротации. Это справедливо для массы Солнца, это справедливо для 1,2 массы Солнца. Только экзопланеты в случае более массивных звезд выпадут раньше. Если у нас умеренное начальное вращение, то выпадает намного больше экзопланет, причем большинство экзопланет в случае с массой Солнца выпадают под действием динамических гравитационных диссипаций гравитационных мод. Однако самые массивные могут выпасть еще до того, как в звезде станет возможной диссипация гравитационных мод. А в случае же звезды с массой 1,2 массы Солнца гравитационные моды не диссипируют, из-за чего число выпавших планет намного меньше. Однако более существенный контраст в случае менее медленно вращающихся звезд. Здесь мы видим, что для звезды с массой Солнца практически картина не изменилась относительно предыдущей. А вот в случае с
со звездой с конвективным ядром практически ни одна экзопланета не выпадает в рамках такого формализма. Выпадают только самые ближние экзопланеты, и то здесь стоит учесть, что внутренняя граница протопланетного диска в диапазоне где-то в районе 0,03 астрономической единицы, поэтому не стоит ожидать, что вот эти экзопланеты внесут большой вклад. Да, в принципе, экзопланета может перейти под вот эту границу, однако все равно таких случаев будет достаточно немного до еще диссипации протопланетного диска. Ну и, наконец, перейду к заключению, что я планирую усовершенствовать свою модель. Как я уже сказал до этого, я планирую учесть взаимодействие планет и звездного ветра. Также я планирую учесть диссипацию, прилив уже в планетах, потому что я до этого рассказывал про диссипацию в звездах, прилив в звездах. И в конце я хочу уже учесть наличие ненулевого эксцентриситета и наличие ненулевого наклонения орбиты. В конечном итоге я планирую посчитать темпы выпадения планет для звездных в Млечном пути и для галактик в местной группе. Подобные события, вот выпадения, они при благоприятных обстоятельствах могут сопровождаться выделением большого количества энергии. И они поэтому могут наблюдаться при помощи новейших телескопов, да, при помощи будущих телескопов, таких как телескоп ЛССТ. Я хочу посчитать, какое число вот событий можно будет в реальности наблюдать, когда этот телескоп будет готов к эксплуатации. Ну и последнее предложение. Я хочу сказать, что я надеюсь, что вот моя такая работа, она поможет пролить свет на многие процессы, связанные с эволюцией популяций горячих Юпитеров. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, можете задавать. Пожалуйста, вопросы. Здравствуйте. Огромное спасибо за доклад. Можно спросить, да? Да. Кратко, пожалуйста. Учитывали ли вы в своей модели раскрутку звезды из-за того, что угловой момент планеты орбитальной пересекает в обращении звезды из-за приливов? И учитывали ли вы то, что раз планета крутится, она должна быть, ну, не сферичной, потому что фигура равновесия гидростатического? Вот, мне было просто очень приятно услышать этот доклад, еще раз спасибо, потому что я занимаюсь похожей задачей, но немножко с другого конца. Mm-hmm. Вот. Да, раскрутку звезды экзопланеты я учитывал. И вот, например, тот участок кривой, когда экзопланета оказывается прикрепленной к радиусу двойного вращения, я просчитывал, исходя из того, что именно планета раскручивает звезду. То есть появление дополнительного, так называемого, момента инерции происходит. То есть у нас есть звезда со своим моментом инерции и планета, которая сидит на вот этой орбите. И я просчитывал все, исходя из того, что действительно планета может раскручивать звезду, и для массивных планет эта раскрутка, она существенна. А вот касательно несферически симметричной экзопланеты, нет, я подобную... Звезда электричная будет, да. Она же раскручивается иногда даже до критических скоростей в некоторых работах. То есть даже у вас там было... Нет, на данный момент подобный эффект я не учитывал. Хорошо, на этом давайте прекратим дискуссию. Переходим к следующему докладу. Склеревский, Алексей. Александр, наверное. Александр Михайлович, прошу вас. Если тут нет тезки. А слышно, да, меня, судя по всему? Так, класс. Ставьте вашу презентацию. И мы уже, вот я на другом экране в своей комнате, я поставил точное московское время, мы уже запаздываем на 5 минут, поэтому, пожалуйста, следите за выделенным вам временем. Хотелось бы. Видно вообще мою презентацию? Презентацию видно. Начинаю. Прекрасно. Это, получается, меня в МГУ по телевизору показывают. Ладно, класс, мамочки. Спасибо большое за возможность сделать доклад. Сегодня я буду рассказывать про протопланетные диски и про наличествующие в них кольцевые структуры. Для начала хотелось бы вообще понять, почему нас это интересует. Астрономы всегда были заинтересованы во всяких таких неоднородных вещах, как кольца. И, ну как, кольцевые могут быть повышенная плотность, пониженная плотность. Вот пониженная – это такие дырки или прогалины, или щели. Они всегда всех интересовали, потому что, как предполагается, это знак того, что в диске находится планета, и есть этому уже некоторые подтверждения. А кольца, в свою очередь, повышенная плотность области, они могут быть достаточно сладкими местами для того, чтобы там эти планеты формировались. Они плотные, они теплые, но обо всем по порядку, и дальше в докладе освещу.
одним из основных инструментов теоретической астрофизики сейчас является моделирование, численное моделирование, и в рамках данной работы мы пользовались численным гидродинамическим кодом FIASAT, который позволяет проводить глобальное моделирование, которое стартует с коллапса молекулярного облака и продолжается до времен порядка миллиона лет, но на самом деле вы ограничены только вашими вычислительными мощностями и наличествующим временем. Расчеты производятся в двумерном приближении тонкого диска, считается газ и пыль, пыль может расти, взаимодействовать с газом. В данном конкретном исследовании использовался постоянный альфа-параметр, параметризации Шакура-Суняева, постоянный параметр использовался в диске в нескольких моделях, хотя это не обязательная в данный момент вещь. Мы смотрим просто на то, как он влияет. Решаются вот такие уравнения, не буду вас ими грузить, просто обращу внимание на отдельные важные части. Решаются отдельное уравнение для газа и уравнение для пыли. Пыль бывает двух сортов, мелкая с размерами до 1 микрона и выросшая более 1 микрона и вплоть до некоторого максимального размера, который не является постоянным, а может меняться в зависимости от условий в диске. Меняться он может за счет адвекции и за счет столкновительного роста, в котором столкновения происходят из-за турбуленции и броуновского движения. И вот пыль чувствует газ, и газ чувствует пыль. А вот результаты моделирования. Значит, по вертикальной оси здесь время, это временные срезы, по радиусу, вот здесь радиальное расстояние. На каждой панели получается много тысяч радиальных срезов. Собственно говоря, для трех моделей с альфа равной 10 минус 2, альфа равная 10 минус 3, альфа равная 10 минус 4 мы насчитали модели. Вот, значит, распределение газовой поверхностной плотности, выросшая пыль, мелкая пыль, температура, максимальный размер пыли, отношение массы пыли к массу газа и число Стокса. Что надо здесь отметить? В моделях с 10 минус 3 альфа и 10 минус 4 альфа формируются кольца, и если в 10 минус 3 они не очень ярко выражены, то в 10 минус 4 это штука, с которой приходится считаться, потому что в ней может накапливаться до 90% массы от всей пыли, которая содержится в диске. Также эти кольца достаточно населены пылью, даже перенаселены. Вот по показаниям отношения массы газа к массе пыли, количество пыли может даже превышать количество газа. Это значительный отход от канонического представления о том, что масса пыли и масса газа относятся как 1 к 100. И в 10 минус 3 также имеется отход от этого устоявшегося предположения. И 10 минус 2 модели оно достаточно хорошо следует. Также кольца – это штука, в которой очень хорошо может расти пыль. Об этом немножечко поподробнее. Пыль растет на протяжении эволюции диска, и ее рост ограничен, как известно, например, такими вещами, как фрагментационный барьер. Это размер, начиная с которого пыль при столкновении не увеличивает свой размер, не остается прежней, а начинает разрушаться. И вот здесь на графике показан красными линиями этот самый фрагментационный размер. Красивая голубенькая – это фактически максимальный размер пыли. Видно, что фрагментационный предел определяет размер пыли в диске с альфа 10 минус 2 на протяжении всей эволюции от 100 тысяч лет до 1 миллиона лет. 10 минус 3 ситуация несколько мягче, и в 10 минус 4 рост пыли именно в кольце жестко ограничен этим самым фрагментационным барьером. И это штука, которую все хотят преодолеть. Об этом тоже немножечко дальше. А также у нас, вынуждено говориться, есть еще одно искусственное. Это у нас и раз искусственное ограничение. Так что мы считаем пыль только в динамике Эпштейна, в режиме Эпштейна. Но оно нисколько не затрагивает нынешние расчеты. Вот только немножечко может иметь действие. Хотя вот фрагментационный барьер скорее здесь первичен, на самых начальных этапах модели 10-4. Почему кольца образуются? Мы считаем, что это совместный эффект низкой вязкости и высокого гравитационного воздействия. Для того, чтобы можно было сравнивать, мы пользуемся параметризацией альфа для гравитационного эффекта и по определению вычисляем его как градиент гравитационного потенциала, деленный на давление, и эффективную альфа вычитываем как сумма вязкого и гравитационного альфа. И что мы можем здесь увидеть? Вот здесь полная альфа нарисована.
Это полная альфа обеспечивает быстрый перенос вещества к звезде во внешней области в модели 10⁻⁴ и медленный около звезды, тем самым такой затор там образуется, и он ведет к формированию пика давления, это смена, зона смены градиента. А в 10⁻³ такая же картина имеет место быть на начальных этапах, как и 10⁻² в общем-то. А кольцо здесь также образуется на начальных этапах, и тоже образуется пик давления, и в нем, видимо, пыль остается поймана, как в ловушке. И в 10⁻² также есть пик давления, однако здесь не образуется кольца. Почему? Давайте разбираться. Для того, чтобы разобраться в этом, посмотрим на анализ скоростей. Известный факт, что скорости в протопланетном диске можно разложить на две компоненты. Одна компонента адвективная, это буквально утягивание пыли газом, вот движение газа. А вторая компонента – это движение пыли, вызванное тем, что газ движется не с кеплеровской скоростью, а с субкеплеровской, и тормозит пыль, тем самым провоцируя движение в радиальном направлении. Мы, несмотря на то, что пользуемся более аккуратным описанием через помощью самогравитации, вязкостных эффектов, градиентов давления внутри гидродинамики, для того, чтобы показать этот эффект, пользуемся вот такой параметризацией. Она часто и широко представлена в различных работах. Вот результаты этих расчетов. Видно, что адвективная компонента превалирует над компонентой, ну так скажем, градиентной. А, да, забыл сказать про вторую компоненту. Да, это вторая, она рассчитывается. Вот это выкатая здесь, это отклонение от кеплеровской скорости, которая в основном, во множестве работ, да, везде практически, я пока не видел других оценок, если у вас есть, я буду рад их увидеть, пользуется за счет пути, как, миграции пыли в сторону градиента давления. Это также известный факт. Что ж, видно, что здесь адвективная компонента доминирует над вот этой градиентной компонентной. В итоге, что выливается в регулярное движение в сторону звезды, здесь ничего не образуется, как видно. А в моделях 10⁻³ и 10⁻⁴ ситуация иная. Видно, как образуются кольца в момент, вернее, внутри положения, где скорость меняет свой знак. И также здесь представлена относительная скорость пыли относительно газа. Видно, что дрейф происходит относительно газа, и также он происходит в направлении колец, тем самым способствуя накоплению там вещества. Дальше хотелось бы отметить, что кольца не являются чем-то однородным и существующим, вот таким, как сплошное тело. В них самих образуются подструктуры, эти подкольца, которые образуются, путешествуют вдоль кольца и как бы распадаются. Причиной для такого эффекта может быть, как мы предполагаем, гравитационная неустойчивость, которая внутри колец развивается. Вот здесь, например, во вкладках на графике представлены тумры Q-параметр, который падает вот меньше двух как раз в областях, где эти кольца формируются. Но сами по себе кольца – это достаточно экстремальные зоны, там может развиваться не только обычная гравитационная неустойчивость. Вот последнее время модная обсуждается так называемая вековая гравитационная неустойчивость, которая работает даже тогда, когда обычная не работает. Вот мы на нее также проверили. И потоковая неустойчивость, о ее важности скажу позднее, буквально через парочку слайдов. Что касается вековой гравитационной неустойчивости, я так предполагаю, что у меня мало времени, поэтому я постараюсь как можно быстрее осветить. Решается аппроксимированное упрощенное уравнение, ну то есть аппроксимированное уравнение вот, дисперсионное, и в зависимости от наличия или отсутствия положительных корней действительной части решений, положительной действительной части корней этого уравнения, мы можем делать вывод о том, нарастает или не нарастает неустойчивость. Это так называемый всем известный анализ линейной устойчивости. Вот видно, что неустойчивость может нарастать внутри кольца, причем довольно быстро, буквально за один орбитальный период. И эта штука, как предполагается, один из механизмов для формирования планеты Зималий, как и обычная гравитационная неустойчивость, тоже есть такие изыскания. Также, согласно другим работам, она может усиливать формирование и также поддерживать существование этого самого кольца.
Теперь по поводу потоковой неустойчивости. Потоковая неустойчивость, как широко рассматривается, один из механизмов для того, чтобы преодолеть вышеупомянутый фрагментационный барьер, пыль, чтобы смогла перерасти некоторый размер, хотя она доходит до достаточно крупных размеров, сантиметровые, более куски, скажем, галька уже это можно назвать, и согласно Стоксам, согласно вот общепринятому определению, ну, не общепринятому, они сильно разнятся, но вот в большинстве представлений лежащих о том, что такое галька, галька в этом кольце, конечно же, есть. Мы не можем напрямую смоделировать потоковую неустойчивость, поскольку она требует очень высокого разрешения пространственного. У нас, собственно говоря, задача другая. Мы глобальную эволюцию смотрим, не ширинг-бокс, который вот какой-то определенный момент. Поэтому мы можем оценить, согласно вот также широко используемым критериям из статей Янга, Йоханссона, Карреры, и вот Карреры с авторами, те условия, при которых должна бы развиться потоковая неустойчивость, вот здесь эта зона представлена, и после этого мы применяем простую оценку, вот как Дрончковска, я выучил, у нее есть сайт, который она говорит, как надо ее фамилию эту произносить, вот Дрончковска показывает, что вот можно пользоваться, например, вот таким простым уравнением для описания того, с каким темпом могут формироваться планеты Земли. Вот оценки эти мы привели. Этот темп достаточно высокий. На определенном моменте можно, например, сделать срез. Кольцо оказывается на нем, временной срез. Кольцо оказывается на нем массой 2,259 масс Юпитера. И если в этот момент начнет работать вот этот механизм, который производит в областях потоковой неустойчивости планеты Земли, кольцо перейдет в планету Земли за десятки вот тысяч лет. Мы оценили также... У вас осталось 2 минуты. Да, я думаю, что я прекрасно справлюсь даже, на удивление. Оценили временные шкалы вот этого процесса характерного, как полная плотность, деленная на темп образования планеты Земли, и вот она получилась порядка 10-4, там 10-5 лет. И причем интересная особенность, на внутренней области кольца эффективнее происходит процесс образования планеты Земли. Это дальше объект для изучения, конечно же. Ну и такой беглый взгляд на неустойчивости в диске в течение эволюции. Не буду заострять внимание, времени действительно осталось мало. Мои заключения. Во-первых, в моделях, в которых явно наличествует мертвая зона, могут образовываться значительные накопления пыли вот в кольцах. Эти кольца – зоны для достаточно эффективного роста пыли, и эти пылинки, которые выросли, они достаточно слабо сцеплены с газом, но вместе с этим заперты в ловушку максимума давления. И в конце концов, кольца могут быть местами, где развиваются различные неустойчивости. Вот три неустойчивости посмотрели, и это дает достаточно обнадеживающий потенциал на то, что вот в таких областях могут вырасти планеты Земли. У меня все, спасибо. Спасибо за доклад. Вы прекрасно справились, с точностью до того, что насчет времени на вопросы практически нет. Пожалуйста, если хотя бы один вопрос есть, прошу. Его выбило, похоже, Владимир Нахимович. У него там вилки на экране, что? Это обман, чтобы набрать. Да, уберите, массы. Пожалуйста, то, что на экране. Так, вообще-то он вроде на связи сейчас, нет? Все хорошо. Так, прошу, уберите. Нет, вопросов-то нет? Вопросов нет, переходите на к следующему докладу. Уберите вашу презентацию, Александр Михайлович, уберите вашу презентацию. Да, секундочку. И переходим к следующему докладу. А где он там? Сейчас. Ай, потерялась. Не могу. Так, все, да? Выключаю. Да, все, да. А, сейчас мне надо выключить. А, все, так. Он выключил. Все. Презентация есть? Все, сейчас будет. Так, что вы хотели посмотреть? Ну, самый конец. Я все нормально. Давай, запустим. Так, просмотр полноэкранный режим. Так, сюда демонстрацию.
Начинайте. Ну, хорошо, что же делать. Добрый день, уважаемые участники конференции. Значит, вы прослушали массу всяких теоретических докладов, как формируются экзопланеты, как их атмосфера и все такое прочее. А сейчас я хотела бы вам рассказать о результатах, которые основаны на наблюдениях. И посмотреть вопрос, влияют ли планетные системы на химический состав атмосферы родительских звезд. Значит, что, слышно? Очень плохо слышно, очень плохо. Хорошо, так. А, ну, хорошо, мне обычно говорят тише. Давай. Значит, мой доклад, как это? Так, пейджап. Вот, нет, ну я... Влияние... Таня, говори в микрофон, Таня. Влияют ли планетные системы на химический состав атмосферы родительских звезд? Значит, вопрос о том, как могут повлиять планетные системы, он начал свое изучение практически с первых открытий экзопланет вокруг других звезд. И в основном это было связано с тем, что было обнаружено, что Солнце, атмосфера Солнца, дефицитно для если ее сравнивать с атмосферами близких звезд, а также со звезд с планетами-гигантами, то обнаружен дефицит тугоплавких элементов в атмосфере Солнца по отношению к другим звездам, и в частности по тут есть какая-нибудь вот, в частности по звездам-гигантам, вот эта вот красная линия, где показана корреляция относительного содержания элементов с температурой конденсации. И это было связано с тем, что при формировании планетных систем типа Земли, твердых планет, было оттянуто вот некоторое количество этих тугоплавких элементов на формирование планет. И поэтому атмосфера Солнца оказалась, в общем, обедненной. Так, это обрезано будет, да? Да, к сожалению. Значит, наши исследования звезд с планетами и без планет, вообще-то говоря, показали, что, скорее всего... зритель видит. Скорее всего, вот такая корреляция, она связана большей частью, видимо, с металличностью самих звезд. Вот на этих картинках показано... сравнительная химия для звезд разных групп металличностей. Вот это звезды с повышенной металличностью. Значит, черными точками показаны звезды без планеты, красными точками с планетами. Вот это их разность. Значит, практически ни одной значимой корреляции вот для трех групп звезд с повышенной металличностью, примерно солнечной, и с пониженной металличностью, наблюдаются совершенно разные типы корреляций. И нет значимых таких корреляций, если мы берем просто относительные содержания. Они показывают разность в металличности. Вот здесь, например, 1/10, здесь примерно 0, здесь, в общем, минус 0,05 разницы в металличности, и нет никаких зависимостей с температурой конденсации. Однако вы видите, что разброс достаточно велик, а сам эффект может быть очень маленький. И, конечно, звезды взяты совершенно, это звезды поля, они совершенно могут иметь разный возраст, они могут иметь разные места образования, поэтому... Конечно, это показательные вещи, но они не такие уже значимые. И наилучшим образом изучать химический состав, влияние образования планет на химический состав родительских звезд можно получить из изучения широких двойных систем, вокруг одного из компонентов которых вращается планета. Ну, и есть несколько таких систем, вот на этом слайде показаны примеры трех систем, и наиболее изученной является система 16 Лебедя,
вокруг компонента B, который вращается планета с массой около 2 масс Юпитера. Эта система широко изучалась разными авторами. Вот здесь приведены несколько, 4 по крайней мере, и были получены довольно различные результаты. Результаты различаются, что позволяет допускать разные интерпретации возможного влияния формирования планет на атмосферу звезды, родительской звезды. Ой, извиняюсь. Вот, значит, исследование Рамироса и Шулера. Никакой зависимости от температуры конденсации. Разброс, кстати, довольно приличный. Получено здесь эта разница между химическим составом атмосферы А и минус А минус Б. Б – это значит звезда с планетой. Здесь показано, что у Рамироса, по данным Рамироса, атмосфера компонента А более металлична. По данным Шулера нет никакой практической разницы. Через 3 года была выполнена работа, которая была основана на спектрах более высокого разрешения и высокой точности. И было показано, что вот такое вот распределение относительно содержания А минус Б. Значит, для летучих элементов нет никакой корреляции с температурой конденсации, и для тугоплавких элементов начинается подъем в сторону увеличения температуры конденсации. И этот вывод был сделан на основании этих наблюдений, был сделан вывод о том, что у планеты-гиганта сформировалось твердое ядро, которое у звезды, из атмосферы звезды Б, так сказать, вытянула часть этих самых тугоплавких элементов для того, чтобы образовалось твердое ядро у планеты-гиганта. Однако эти же авторы через несколько лет провели второе исследование на основании других наблюдений, как они считают, более точных на телескопе Субару. И они уже не получили такого вывода. Вот это синий – это их первый вывод, который показывает, который они интерпретировали как формирование твердого ядра у планеты. Они, значит, получили опять красные – это новые наблюдения. Они получили, тем не менее, корреляцию, но она уже меньше, и относительная разница между химическим составом атмосфер компонентов А и Б уменьшилась. Тем не менее, корреляция еще существует, что, в общем, приводит непонятно к каким уже выводы совершенно другие, и, в общем, они не совсем понятные. Значит, в свете этих всех вещей мы решили проверить на основании высокоточных наблюдений, мы решили провести независимый анализ спектроскопический этой системы, а также для сравнения проведен такой же анализ спектров 2 других двойных систем, в которых экзопланет не обнаружено, хотя они были в списке поиска экзопланет. В работе был использован программный пакет спектроскопии MADISY, который разработан бывшим студентом, ныне профессором Уппсальского университета Николаем Пискуновым, а также некоторые программы фитирования и визуализации результатов подгонки. Для вот этих элементов СО, магний, алюминий, и так далее, до бария, содержание по индивидуальным линиям были получены с учетом отклонения от локального термодинамического равновесия. Вот здесь представлены основные параметры. Это звезда, это система с планетой, с планетой-гигантом. Это система широкая пара без планеты, это более тесная пара без планет. Значит, вы видите, что это температура, они примерно, в общем, очень похожие системы, так что их вполне можно сравнительно исследовать. Это положение этих систем, вот это положение на изохронах, вот это вот система 16-й лебедя, эта система широкая пара, она имеет возраст практически солнечный. Это немножечко постарше, более тесная пара. Вот, значит, и вот результаты нашего анализа в сравнении с тем, что я показывала раньше. Значит, результаты нашего анализа показаны черными
точками. Некоторая корреляция все-таки получена, но она практически, она, ну, в общем, она малозначима, я бы сказала. И разница между содержанием элементов в компонентах А и Б сведена уже практически до минимума. Формально она может быть и значима, но тем не менее можно считать, что оба компонента имеют примерно одинаковый химический состав. Мы также попробовали провести подобный анализ, изменяя параметры атмосфер компонентов системы. В качестве альтернативы полученным нами параметрам мы взяли параметры, которые считаются как бы наиболее точными, они получены прямыми методами. Они получены методами интерферометрии и методами астросейсмологии. Значит, температуры вот такие, и астросейсмология считается, что они получают наиболее точные ускорения силы, поверхностные ускорения силы тяжести. Значит, разница между компонентами температурами 30 градусов – это когда мы берем прямыми методы, температуры, полученные по интерферометрии. Разница между компонентами 56 градусов, когда мы берем наши спектроскопические определения. Вот вы видите здесь разница между в логарифмах же практически одинаковая, что у нас, что по астросейсмологии. Но, тем не менее, даже вот изменение эффективных температур, ну, можно сказать, на небольшое количество градусов, всего-то где-то на 30 кельвинов, приводит к тому, что вот наклон в корреляциях относительного содержания с температурой конденсации просто меняется. У нас он был еще небольшой положительный. Если мы берем параметры, которые получены прямыми методами, он получается небольшой отрицательный. И в целом можно считать, что варьируя вот эти вот разницу параметров атмосферы в очень небольших пределах и существенно в пределах ошибок, мы можем получить полное отсутствие корреляции разницы химического состава с температурой конденсации, что говорит о том, что, ну, в общем, в данном случае никакого влияния планеты-гиганта на формирование планеты-гиганта на химию родительской звезды нет, потому что химический состав как звезды, родительской звезды с планетой, так и второго компонента, у которого нет планеты, они будут одинаковые, и в их в пределах ошибок, и в их различии нет никакой тенденции корреляции с температурой конденсации. То есть на планету, существование планеты-гиганта никак не изменяет химию, не изменяет химию атмосферы родительской звезды. Вот. Для сравнения, как я говорила, мы провели анализ химического состава двух двойных систем без планет. Вот это спектральная двойная с близкими по массе компонентами. Значит, то же самое. Здесь разница между содержаниями элементов, между компонентами, здесь по отношению к Солнцу. Здесь А минус Б, здесь А минус Солнце, Б минус Солнце. Здесь просто вот показан химический элемент, который мы исследовали. Здесь показана зависимость от температуры конденсации. Между компонентами А минус Б никакой корреляции с температурой конденсации нет. Ну, практически по отношению к относительное содержание относительно Солнца, ну, формально есть какая-то конденсация, но она совершенно... Корреляция. Но она совершенно незначима. Вот. И то же самое для более широкой пары. Это широкая пара по всем параметрам очень похожа на 16-ю лебедя. Здесь тоже полное отсутствие каких-либо корреляций с температурой конденсации как для разницы между химическими содержаниями элементов между компонентами системы, так и если брать относительное содержание по отношению к Солнцу. У вас осталось 2 минуты, включая ответы на вопрос. Хорошо. Возможно, вот небольшая корреляция
в относительных солнечных, в содержаниях относительно Солнца, она хотя и, ну, в общем, малозначимая, но тем не менее, возможно, она связана именно с тем, что Солнце имеет систему, которая уже, про нее точно известно, что она имеет систему, планетную систему, состоящую, по крайней мере, частично из твердых планет. Ну и, значит, вот я показываю последний результат, последняя картинка. Вот это вот все, то же самое, но это для 16-й лебедя. Вот это здесь собраны. Это для более тесной двойной системы, это более широкой двойной системы. Это, значит, система 16-й лебедя с планетами, это без планет. И мы видим, что никакого различия во всех этих корреляциях температурой конденсации не существует между системами, которые содержат, один из компонентов которых имеет планету, и между системами, где, по крайней мере, планет до сих пор зарегистрировано не было. И, соответственно, вот выводы. Различия в химическом составе атмосфер компонентов двойных звезд, один из которых имеет планету-гиганта, в том числе корреляция с температурой конденсации, часто очень зависит от тех значений параметров атмосфер компонентов, которые получены в данном исследовании. Также это было также подтверждено ТЭСКи для другой двойной системы с планетой-гигантом. Отсутствие значимых корреляций дифференциального содержания элементов с температурой конденсации в двойной системе 16-й лебедя с гигантским Юпитером вокруг одного из компонентов позволяет отбросить гипотезу о формировании твердого ядра у экзопланеты. Отсутствие значимых расхождений в содержании элементов между компонентами двойных систем как с планетами-гигантами, так и без планет свидетельствует об отсутствии влияния формирования планет-гигантов на химию атмосферы родительской звезды. И наблюдаемые тренды относительно содержания химических элементов в атмосферах звезд с температурой конденсации пыли больше зависит от металличности звезды, чем от наличия планеты. Здесь я имею в виду тренды в содержаниях относительно Солнца, а не относительно друг с другом, друг друга. И, ну, собственно, и все. Поэтому следующая задача – это будет постараться найти системы в большем диапазоне металличностей, двойные системы, и посмотреть, как действительно, что делается в звездах с разной металличностью, какие там могут быть возможности. Ну, исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Так, но один вопрос я могу позволить задать. Есть желающие? Нет. А, можно вопрос задать? Ну, пожалуйста, один короткий вопрос, Валерий. Татьяна, вот эти планеты-гиганты в двойных системах, у них же довольно сложные орбиты, и часто эти орбиты вокруг обеих планет, обеих звезд. Нет, нет, здесь... Вы это учитываете или у вас точно определено, что Здесь определение точное. Эти пары широкие, поэтому там никакого, ага, как говорится. Это пары, у которых расстояние между компонентами, ну, существенно выше, чем Солнечная система, например. Больше. Это звезды, которые позволяют исследовать себя как независимые звезды, и там нет влияния. По крайней мере... Понятно, спасибо. То есть основная идея, что у них одно происхождение, примерно одинаковый состав. Основная идея, да. Переходим к следующему докладу. Прошу прощения, нет времени. Сергей Владимирович, прошу вас. А меня должны выгрузить они. Ага, выгрузили. Да, выключить старый, включайте новый. Выключили. Так. Прошу. Так. Есть. Появился экран. Начинайте ваш свой доклад. Так, он что-то у меня... Не-не, мы не мешаем. Так, ну я буду разговаривать про простейшие линейные и нелинейные модели МГД-Динамо планеты звезд.
Проблема заключается в том, что вот если мы посмотрим на уравнение индукции, вот это уравнение индукции, оно описывает эволюцию магнитного поля, производное от магнитного поля по времени, равняется ротору. И здесь у нас находится V векторно умножить на B. По сути дела, вот в этом V умножить на B вся практически генерация заключена. Вот. Ну, также есть тут диффузия, которая вот описывается следующим членом. Но вот дело в том, что до настоящего времени, да и боюсь еще очень долго, полностью точно решить вот эти уравнения не удается. Поэтому делаются какие-то упрощенные модели среднего поля и прочее, вы, наверное, много про них слышали, какие-то там пониженные параметры. И при этом нелинейность вот в этом уравнении, то есть оно линейно по полю, по магнитному, по B, но нелинейно, вот если предположить, что V каким-то образом зависит от B. И вот всего, по сути дела, до сегодняшнего времени вот есть только два предположения, что одно предположение, что оно единица минус b квадрат, там, деленное на какое-то характерное поле, b со звездочкой, а другое, что единица на единица плюс b квадрат на b квадрате. По сути дела, это таким образом аппроксимируется скорость. Ну и вот она сюда подставляется, и у нас получается кубическая нелинейность эффективная. Вот. Причем никаких каких-либо вот, ну, хоть каких-то обоснований вот именно такой нелинейности, кроме того, что магнитное поле как-то сила Лоренца как-то пропорциональна квадрату магнитного поля, больше никаких не было, я вот ее, по крайней мере, не слышал. Поэтому возникла идея попытаться вообще из первых принципов просто из уравнения движения вот это самое V на B как-то выкрутить. Ну, как устроено уравнение движения? Вот здесь у нас тоже довольно все просто. У нас есть инерционный член, то есть производная от скорости по времени. Затем идет у нас очень главный, очень важный член, который есть напряжение Рейнольдса. По сути дела, он квадратичен по скорости. Затем идет сила Кориолиса, давление, вязкость. И вот самый главный член, который все запускает, а вот это большое, это Архимедово ускорение, которое, по сути дела, и запускает всю эту кухню. Конвекция, и потом магнитное поле. Ну и есть сила Лоренца, вот, которая здесь присутствует. Так вот, я считаю, что одно из самых достижений последних, вот, может быть, десятилетий, которое началось с Глацмайера-Робертса, его удачной модели, это то, что им удалось в условиях быстрого вращения доказать, что получаются довольно-таки реалистичные динамо-модели, при этом надо пренебречь вот этим инерционным членом, и, как ни странно, при быстром вращении становится незначима угловая скорость вращения. Вот такой парадокс. Но здесь этот парадокс тоже демонстрировался на быстрых звездах и на Солнце, когда оно быстро вращалось в начале своей эволюции. Поэтому мы делаем очень простой трюк. Берем и умножаем скалерно вот это вот уравнение на V. Тогда у нас вот это вот пропадает. Ну, всем известно, что когда у нас есть сходные в смешанном произведении члены, то они пропадают. Кориолис тоже пропадает. А что же остается? Остается вот такая штука. То есть у нас остается вот такая штука, которую мы, естественно, преобразуем вот к этому нашему любимому V на B. Так вот, получается, компонента V на B в направлении ротора B, ну, то есть фактически в направлении тока, она в первую очередь пропорциональна скалерному произведению V. Вот. А остальными, как я сказал, мы можем пренебречь. И в результате у нас получается электрическое поле, которое, по сути дела, все движет. Оно его можно приблизить вот такой вот простой достаточно формулой. Ну, естественно, в какое-то среднее это поле, какое-то с очень большим приближением. Хочу обратить наше внимание, что здесь у нас нелинейность обратная. То есть у нас вот это вот магнитное поле D, которое некое среднее магнитное поле D, ну, D, потому что оно лучше всего ассоциируется с диполем, вот, оно здесь у нас находится знаменатель, то есть на него мы делим. Вот. Ну, также есть тут характерный магнитный размер, H маленькое, A, характерное ускорение, о котором я уже говорил, V, то есть скорость, ну и μρ, это константы, которые всем хорошо известны. Вот. И что же получается? Получается, что, опять же, мы аппроксимируем уравнение индукции, можем вот таким простым уравнением. То есть это будет всего одно уравнение, причем его можно нормировать вот на такие величины по магнитному полю. Это вот будет характерное магнитное поле. Вот. И на такие величины по времени. То есть у нас по этой оси у нас откладывается поле, по этой оси откладывается время, естественно, вот в этих единицах. А конкретно для Земли это получится вполне такое нормальное значение, порядка 1 миллитесла.
или 150 лет шкала времени диффузионная. Ну и что же получается? Уже даже сразу с такого простого уравнения мы сразу моментом получаем что-то, что очень похоже на геодинамо. То есть у нас с какого бы поля мы ни начали, оно потом у нас начинает стабилизироваться вот на этой месте. И здесь точно так же. То есть, ну, естественно, предположить, что в экзопланетах, которые особенно похожи на Землю, а как ни странно, в этом плане на Землю похожий, например, Юпитер, потому что вот по свойствам магнитного поля вот таким вот аналогичным, они очень похожи. Вот, то есть как бы вот получается довольно такой широкий охват. Вот. Ну и еще заодно охватываются быстро вращающиеся звезды. Я там пролистнул этот слайд один, который был. Вот он здесь тоже это подтверждает, вот этот слайд из работы Кристинсена. Вот. Но что же нам можно сказать о другой компоненте? Если мы будем приступим к другой компоненте, которая уже как-то зависит от вращения и зависит от, напряжения Рейнольдса, то мы можем построить уже совершенно противоположную модель, которая, вот, как ни странно, очень хорошо прилагается к Солнцу. Здесь мы получаем компоненту V умножить на B, которая параллельна ротору V. То есть там было ротор B, а тут параллельно ротору V. И мы получаем фактически из умножения уравнения движения на магнитное поле. Там у нас сила Лоренца пропадает, но зато из силы Кориолиса получается вот это вот наше любимое V на B. Ну, не только из силы Кориолиса, еще и из напряжения Рейнольдса даже в большей степени. И здесь получаются вообще простые такие вещи. Ну, во-первых, вот всем, может быть, давно известный так называемый омега-эффект, когда из дифференциального вращения мы накручиваем таким образом из полоидального поля F, которое тут обозначено, тороидальное поле S. Вот в нулевом приближении, что называется, одномерном, даже не одномерном, а зависящим только от времени, какое-то уж совсем усредненное поле, вот можно его уравнение таким образом написать, исходя из этих соображений. И то же самое для тоже всем известного альфа-эффекта, но только здесь это уже будет глобальный альфа-эффект, это и вот здесь у нас как бы петля замкнется и получится. А что самое интересное, что вот этот самый альфа-эффект, потом, когда мы уже получим решение, решение, естественно, будет очень простое, оно будет давать нам вот циклическое поведение. Причем у нас альфа-эффект, который вот здесь вот тут нравится, вот, например, в работе Косовичева, который там был на одном из первых заседаний, он говорил, что вот у нас ускорение в недрах Солнца, оно порядка 10⁻⁸. Характерный масштаб L, который здесь направлен, он скажет, соответственно, тут 10⁻⁸, а тут, соответственно, 10⁸. Вот, ну и получается, это компенсируется. Если здесь мы возьмем порядка, там, значит, допустим, 10 метров в секунду, так выгенерирующую скорость где-нибудь в глубине конвективной зоны, то мы получим альфа порядка 0,1 метра в секунду. И это замечательным образом согласуется как с дифференциальным вращением Солнцем, всем хорошо известным. Вот оно порядка такого величины. Ну, так и солнечным циклом 20 лет тут получается. Ну, вот единственное, что я не знаю, насколько это получается, вот отношение тороидального к полоидальному полю, вот оно получается по этой вот оценке порядка 20. Ну, не знаю, это вот, может быть, кто-нибудь прокомментирует из солнечников. Похоже тоже на правду. Ну, и, в принципе, я могу уже сделать выводы. Вот. То есть тут вот, в принципе, такая вещь найдена, которую, ну, я, конечно, может быть, без какой-то ложной скромности могу назвать даже революционной, что предпочтительной нелинейностью для вращающихся МГД-динамо-систем, возможно, является нелинейность обратно пропорциональной величине среднего поля или тока. Вот. То есть это вот как бы уже задает совершенно какой-то, как мне кажется, другой градус. Вот. И причем модели можно построить из векторного произведения скорости течения на магнитное поле и определять их из исходных динамо-уравнений. Вот. И при этом модель, например, геодинамо, получается вообще простецкое уравнение, которое вот, ну, тут же все решает, все эти проблемы. Ну, по крайней мере, в таком грубом очень приближении. Вот. А самая противоположную ей модель, где вращение не такое быстрое, вот, она может быть солнечной, звездной с активным циклом, то есть там, соответственно, получается достаточно традиционные дифференциальные вращения, а вот альфа-эффект тут вот немного другой предлагается, но тоже вполне реалистичный. Кстати, он очень хорошо согласуется там с работами Четинова, Пипина и прочих. Вот. Ну и вот, собственно, это вот как бы выводы, а то, как куда дальше бы хотелось это развивать, конечно, можно скрестить ядра с ужом, то есть вот эту нелинейную с линейной,
А в нелинейной, то есть там предполагать, что эти коэффициенты как-то меняются, ну и моделировать все, что угодно. Вот, спасибо. Спасибо, я закончил. Извините, забыл включить звук. Пожалуйста, вопросы. Есть желающие задать вопрос? У меня для начала, Сергей Владимирович, соотношение полоидального к тороидальному двадцатка, то есть полоидальное, да. Полоидальное в 20 раз больше, чем тороидальное. Наоборот, тороидальное в 20 раз больше полоидального. Ну, в какие-то периоды на Солнце такое бывает, но в целом, это как по всему циклу, я бы не сказал, они одного порядка. То есть это очень усредненная такая оценка. Как бы интегрированные по всему циклу, они одного порядка. Хорошо, так, еще вопросы у кого-нибудь? Нету. А можно чуть-чуть подробнее ситуацию про Юпитер, если пару слов о Юпитере? Я так удивилась, что они с Землей укладываются. Ну вот, например, вот из этих моделей быстро вращающихся звезд по параметрам того, что если мы здесь будем по этой оси откладывать, сколько у нас конвективной энергии в единице объема, да, соответственно, это как-то оценивается по тому, насколько там горячая звезда или планета. Вот. И, соответственно, значит, какая будет у нас магнитное поле вот по этой левой оси, правой оси отложенной магнитной, то у нас получится, что зависимость только вот от этой величины, то есть вот от этой энергии, больше ни от чего. То есть некая удельная энергия, она полностью определяет, какое будет магнитное поле внутри этого самого, вот этого объекта. Причем сюда попадает Юпитер, попадает Земля, попадают вот быстро вращающиеся звезды, которые вот здесь вот перечислены, то есть уже вот там повыше вот эта линия. Причем это вот, эта зависимость выводится из численных моделей, причем огромного числа численных моделей, которые вот идут в таком режиме быстрого вращения, что называется. То есть как бы наиболее существенная вещь, чтобы быстро вращаться. Спасибо большое. Просто график совершенно завораживающий просто. Сергей Владимирович, вы очень хорошо выполнили свое задание, оставив место для вопросов. Это приятно. Урок для остальных. Так, можно узнать, докладчик. Что за данные по звездам? Ссылка какая у вас? В смысле? Не понял. Откуда данные по звездным магнитам? Вот это работа Nature, Кристенсен и соавторы. Что-то я вот не помню, какой именно год. По-моему, 2011. Это теоретические оценки. Да, нет. Почему? Вот это вот экспериментальные. Вот тут ссылочку можно? А теоретическое это вот это вот. Нет, это понятно. Тогда вот на наблюдение у вас ссылку вы можете какую-то дать? Ну, я могу вам послать ссылку вот на эту работу. Могу даже саму эту работу послать. Нет, ну, ссылки достаточно. Спасибо. То есть вы мне тогда пришлите свой имейл там как-то или что? Да, он есть в списке рассылки семинара из Мирана. А, хорошо, ладно, хорошо, пошли. Так, переходим к следующему докладу. Роль и... Так, надо снять эту презентацию и поставить другую. Так, роль истечения атмосферы в миграции горячих Юпитеров. Курбатов Евгений Петрович, по-моему. Павлович, здравствуйте. Павлович, виноват. Так, вас видно и презентацию видно. Начинайте. Так, секунду, я сам должен видеть. Слышно хорошо? Да, слышно хорошо, все нормально. Прекрасно. Так, что такое горячие Юпитеры? Это массивные газовые гиганты, которые обращаются на низких орбитах вокруг своих звезд. Меньше 1/10 астрономической единицы. Вот на этих старых картинках они примерно здесь. Как правило, у них маленький эксцентриситет, но бывает всякое. Откуда они взялись и как оказались на этих орбитах? Есть два способа формирования газовых гигантов. Первое – это фрагментация трехпланетного диска. Эта идея идет от Лапласа. Второе, более модное сейчас, это ядерная аккреция, core accretion module. Формирование ядра, формирование ядра путем слипания пылинок и камней. Дальше идет аккреция газовой оболочки на ядро довольно долго, несколько миллионов лет. И после достижения какой-то критической массы происходит быстрая аккреция, runaway accretion, и планета добирает свою массу. Все это происходит в протопланетном диске, в газопылевом диске. И пока планета растет,
и когда она уже выросла, она взаимодействует с диском гравитационным способом, а именно возбуждает в нем приливные волны и через волны обменивается с диском орбитальным угловым моментом. А раз она теряет либо приобретает угловой момент, она может ползти немножечко к звезде или от звезды. А в зависимости от массы планеты и плотности в диске, в этом процессе принято выделять два предела. А если масса планеты мала, описывается миграция, описывается взаимодействие через низшие гуглановские резонансы. Это миграция первого типа. Если масса планеты велика, то тут задействованы высшие резонансы, и это эффективно описывается как в приближении, в выборочном приближении, когда планета, грубо говоря, выметает приливным образом вещество из окрестности своей орбиты, вещество вместе с угловым моментом. Дальше вязкость пытается его вещество отправить обратно, и в балансе двух сил определяет темп обмена угловым моментом. И процессы довольно быстрые, за 10-4 лет, 10-3 лет, может быть, в зависимости от того, с какого радиуса планета стартует. А сам протопланетный диск при этом живет несколько миллионов лет. И тут можно увидеть некоторые противоречия, потому что планета в режиме медленной аккреции собирается долго, при этом она быстро мигрирует. В общем, теоретики этим озаботились в какой-то момент и начинают придумывать другие механизмы миграции, которые работают либо медленнее, либо даже в другую сторону. Но мы сейчас не об этом. Рано или поздно диск заканчивается вследствие фотоиспарения под действием излучения звезды. Звезда находится на стадии классической Тетаури. Ее рентгеновское и ультрафиолетовое излучение приводит к испарению диска примерно за несколько миллионов лет. Это главный процесс. И после того, как диск испарился, после того, как звезда вышла на стадию главной последовательности, у нас есть еще несколько миллиардов лет до того, как планета, до того, как мы будем наблюдать планету на ее современной текущей орбите. И за это время тоже может произойти что-то интересное. И идея заключается в следующем, что после того, как диск испарился, во-первых, если в диске есть другие планеты, они могут обмениваться с угловым моментом с нашей планетой, либо если других планет нет, может произойти накопление вещества, которое испаряется из оболочки планеты. Испаряется вещество по той же причине, по которой испарился диск, под действием излучения звезды. Поскольку звезда, светимость звезды в ультрафиолете, в рентгене, ну и вообще падает со временем, известным способом, мы можем построить зависимость темпа истечения атмосферы от времени и от радиуса орбиты планеты. Вообще оценки современного темпа истечения атмосферы у горячих Юпитеров, они различаются в широких пределах в зависимости от автора. Ясно, что при этом важно знать спектр звезды, тепловую и инерционную структуру, химсостав, теплоперенос и так далее, и так далее. И автор дает очень разные оценки для, например, для планеты, вот самый известный HD, вот такой-то буквой B. Ну вот самая, на мой взгляд, наиболее полная модель, где учитывается и разная химия, степень ионизации и так далее. Модель 2007 года дает вот тоже довольно широкое окно темпов истечения атмосферы. Используя все вот это, оценку возраста звезды, там, текущее положение планеты, можно построить такую эмпирическую, по сути, зависимость от темпа истечения атмосферы. Дальше что? Когда нам дан темп истечения атмосферы, мы можем уже прикидывать какую-то гидродинамику, как это вещество, истекающее из атмосферы, может накапливаться на орбите околозвездной, и что там с ним дальше будет происходить. Момент, угловой момент вещества недостаточно, чтобы покинуть систему, поэтому где-то оно должно накопиться. Внутренняя точка Лагранжа двойной системы планеты и звезда, как правило, заперта звездным ветром, и течение происходит, может происходить из внешней точки Лагранжа. После того, как вещество там где-то начинает копиться, динамику этого вещества, динамика этого диска или тора, что там образуется, главным образом определяет вязкость. Мы провели разные предварительные оценки, расчеты, и оказалось, что вот этот диск, этот тор, оптически тонкий по отношению к электронному рассеянию, к свободным переходам, но, естественно, он оптически толстый в ультрафиолете. И эта комбинация дает практически неизбежно то, что диск должен обладать турбулентностью, следует турбулентной вязкостью. Кроме того, мы можем ожидать неустойчивости Гейнгольца на внутренней границе, в том месте, где вещество
шлепает о диск со стороны планеты. Ну, наконец, может предложить чисто эволюционные критерии требования наличия вязкости в протопланетном диске. Если вязкости было мало, приливное воздействие планеты быстро бы выбросило вещество из окрестностей своей орбиты, и окрест вещества прекратилось бы. Вот внизу оценка интенсивности турбулентности с термином альфа в протопланетных дисках. Она бывает поменьше, бывает побольше. Мы взяли такую. Дальше. Фотоиспарение. Модель фотоиспарения мы взяли из работ Оуэна, Таркалана и других. Они на основе численных расчетов протопланетных дисков приложили вот такую эмпирическую модель. Там есть светимость звезды в рентгене. Она, естественно, зависит от времени, на большой шкале времени. Ну, модель вот такая довольно простая. Главное, ради чего все затевалось, приливное взаимодействие планеты и диска, или Тора. Планета массивная, горячий Юпитер. Следовательно, мы берем тоже описание, которое используется для моделирования миграции второго типа. То есть это, по сути, импульсное приближение. Тау – это поверхностная плотность углового момента сил, удельная на единицу массы, действующая на диск. Если мы эту величину просуммируем с плотностью по всей поверхности диска, мы получим реакцию планеты, то есть изменение углового момента планеты. И дальше, пользуясь этой уже информацией, мы можем считать темп миграции, темп изменения орбиты планеты. Собираем все вместе. В качестве основы для гидродинамики нашего Тора мы берем модель Прингла для вязкого диска. Мы добавили в правую часть потерю массы на фотоиспарение, в правую часть уравнения для орбитального момента, изменения орбитального момента взаимодействия с планетой. Здесь у нас есть один из компонентов тензора вязкости напряжения с вязкостью. Если угловая скорость, распределение угловой скорости стационарно, мы полагаем так, то все это сводится к одному уравнению, как в оригинальной модели Прингла. Ну и все получается просто. Добавляем граничные условия на внутренней границе. Это просто поток массы со стороны планеты, поток, темп потери атмосферы и темп изменения орбиты планеты вследствие взаимодействия обмена угловым моментом с диском. Да, внешние граничные условия – свободное вытекание. Вот слева в таблице параметры модели, если кому интересно. Довольно быстро действительно формируется диск Тора. Во внутренней части гэп, щель, которая образуется чисто приливным воздействием планеты на газ и обратным действием вязкости. Ширина щели зависит главным образом от величины, от интенсивности турбулентности альфа. За щелью после максимума плотности степенное распределение плотности, которое зависит от наклона вязкости, профиля вязкости. Вот такая стабильная структура получается довольно быстро. И главное, темп миграции орбиты планеты. Это процесс довольно медленный, поскольку плотность в диске мала. Мы видели, что максимум где-то 0,1 грамма на квадратный сантиметр в пике. Вот. Главным образом темп миграции определяется шириной щели и количеством вещества в щели. И, естественно, темп миграции зависит сильно от вязкости. Для условно слабой вязкости 10-3 и для пологого профиля плотности, профиля вязкости планета вообще не успевает мигрировать даже с радиуса 0,2 астрономических единиц. Если мы вязкость повышаем либо укручаем профиль вязкости, планета уже имеет шанс. Широкая серая полоса – это оценка возраста звезды 3,5 плюс-минус 1,4 миллиарда лет. Да, не сказала. Расчет начинается с того момента, как исчез протопланетный диск. Протопланетный диск исчез, и мы тут уже запускаем расчет. То есть для слабой и для умеренной вязкости, в принципе, если планета стартует с радиуса где-то 0,3-0,4, планета успевает за время жизни звезды достигнуть текущего наблюдаемого сейчас радиуса орбиты. Да, пунктир – это модель без фотоиспарения, сплошные линии модель с фотоиспарением. То есть фотоиспарение критически важно. И оно сильно замедляет процесс. И действительно, масса, которая собирается в Торе, это лишь малая часть, 10-4, вот всей массы, которая выбрасывается из атмосферы планеты. При этом часть массы из атмосферы
испаряется, и часть уходит на внешнюю границу путем турбулентной диффузии. Также мы протестировали модель на чувствительность к темпу потери массы, как независимый параметр, и к светимости звезды. Они действуют, естественно, противоположно. Если темп потери массы планеты увеличивается, значит, планета мигрирует бодрее. Если увеличится светимость звезды, значит, увеличивается темп фотоиспарения. Но при этом светимость звезды входит в темп потери массы линейным образом, почти линейным. Поэтому в сумме, если звезда, если на звезде какая-то долговременная вспышка, повышение яркости, в сумме это выглядит так, что планета, что темп миграции планеты увеличивается. Это способствует миграции. Выводы. За время жизни звезды, если планета стартует с орбиты примерно 0.3-0.35, да, я не сказал, вот это наша модельная система, 0.3-0.35 астрономических единиц, то она за время жизни звезды успевает мигрировать к современной своей наблюдаемой орбите. Вязкость при этом способствует миграции, потому что вязкость обеспечивает заполнение приливной щели между планетой и внутренней границей Тора. И ионизирующий излучение звезды усиливает фотоиспарение, при этом растет темп истечения, и в сумме излучение звезды способствует только миграции. Было опубликовано две работы, предварительные расчеты и более продвинутые расчеты. Все, у меня все, спасибо. Спасибо большое. Прошу вопросы, если у кого-то есть. Да, есть. Большое спасибо за очень интересный доклад. Я правильно понимаю, то, что у вас изотропная потеря массы? То есть, или как-то учитывается, что она неоднородно уходит? Мы считаем, по сути, что масса уходит через внешнюю точку Лагранжа. То есть масса идет от планеты, от звезды. От звезды. Хорошо. Мы геометрию на самом деле не считаем, поскольку у нас интересуют большие времена, мы не можем считать и не считаем на масштабах времени порядка одного радиуса, одного оборота. У нас миллиарды лет. Ну, там, можно говорить... Нет, дело в том, что там может быть существенно важно небольшое отклонение, потому что тут постоянно оно может накапливаться. Но все равно очень интересно. Спасибо. Да, это влияет на угловой момент приходящего вещества. Мы полагали, что он кеплеровский. Еще у кого-нибудь вопрос? Здравствуйте, можно? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений, это Сергей Хайбрахманов. А у меня пара коротких вопросов, я немножко запутался. Вот вы сказали, что расчет начинается после того, как диск исчез, расчет миграции, как я понял. Тогда как это связано, вот как вязкость способствует миграции? Это первый вопрос. И второй вопрос, там поверхностная плотность была на графиках очень маленькая. Это потому, что уже какая-то вот стадия, когда диск почти исчез? Диск, вот это не протопланетный диск, это диск или тор, мы называем так, того вещества, которое вытекло из атмосферы планеты. Угловой момент чуть-чуть больше, чем угловой момент планеты, и оно накапливается вне, на орбите вокруг звезды, вне радиуса орбиты планеты. Это копится. Действительно, плотность мала, 10, там, 1/10. 1/10, но у нас много времени. У нас много времени. Угу. А температура постоянная полагается, да, в уравнениях? Температуру я взял, да. Температура там на самом деле в модели Прингла нет. Ну есть, да. Яркость, и это да. Важно. Температура, я прикидывал по светимости звезды, там температура где-то 6000 и степень ионизации, короче, маленькая. Ну, внутри, в толще, в пике. В атмосфере этого тора, конечно, там. Так, хорошо. Ионизация маленькая, и это нам дает некое обещание того, что может быть конъюнктивная устойчивость. Прошу снять презентацию. Приходим к следующему докладу. Спасибо. Устойчивость вязкой динамики и в полевых дисках вокруг молодых звезд. Прошу, докладчик Тагир Раисович, вы готовы? Не понял. Тагир Раисович, у вас звук отключен. Включите звук. У вас звука нет. Ага, все. Добрый день, уважаемые коллеги. Включил все. Сейчас запускаю. Запускайте. Угу. Спасибо за предоставленную возможность. Если видно,
то нет, я начинаю. Пока, к сожалению, не видно. Нет? Нет. Так, минуточку. Так, экран у меня закрылся, но почему-то вот... Я не вижу, ваша презентация не видна. Демонстрацию экрана включите, зеленая кнопочка внизу. Так. Настройки защиты видеопрограммы. Внизу есть кнопка открыть презентацию, нажать демонстрацию экрана. Я уже его нажал, но почему-то вот так, демонстрация экрана. Иногда она по-английски, тогда share стоит. Так, сейчас, минуточку, как же это сделать-то? Ага. Экран? Показать? Нет. Сейчас, минуточку. Вот здесь вот. А вот это вот видно, по крайней мере? Ничего сейчас не видно. Сейчас, минуточку, как же это сделать-то? Демонстрация экрана. Вы внизу подводите, появляется окно демонстрация экрана, и надо нажать на эту кнопочку. Она зеленого цвета. В самом низу окна, вот мы сейчас видим только вас. А, все. Хорошо. Я забыл просто, как это вот, делается. Вот прекрасно. Угу. Сейчас начинает. Экран открылся. Сделайте полный экран и, полный. Ага. И вперед. Угу. Значит, мое сообщение, мой доклад будет посвящен моделированию, построению модели формирования протопланетных дисков, и согласно гипотезе Зенкова происходит одновременное формирование и газопылевых дисков, и самой звезды. Вот если отправиться от этой гипотезы, то получается, что для того, чтобы моделировать формирование газопылевых дисков в экваториальном диске, необходимо одновременно смотреть, как происходит процесс аккреции, то есть его нужно фактически отслеживать тоже одновременно. Вот. Но, как известно, что протопланета, а здесь на самом деле молодые звезды, вокруг молодых звезд, речь идет на самом деле скорее вот о протозвездах. Вот я об этом хочу сообщить. И вот, значит, что такое протозвезда? Значит, это формирующееся ядро и окруженное пылевым слоем, то есть оболочкой, газопылевой оболочкой, и под которой практически мало что видно, но тем не менее, вот при помощи модели можно попытаться выяснить, что там происходит. А когда протозвезда становится звездой, она уже вот излучением освещает вот эту пылевую составляющую, и картинка уже вырисовывается, уже достаточно финальная часть этой картины, откуда вот мы видим, что возможные варианты, согласно вот этим наблюдениям этих пылевых дисков, мы видим, что есть такие вот крупномасштабные структуры, образующие круговые фрагменты, кольцеобразные фрагменты, есть структуры спиралевидного. Вот это две группы, основные группы. Ну, можно остальные включить. Они достаточно сложные и в большом количестве. Включить третью группу, то есть какие-то промежуточные. И вот вопрос заключается в том, что вот это вот, устойчивые они, или же как-то это отражает какие-то переходные процессы. Вот, то есть, ну, например, есть какой-то момент устойчивости, а потом вот на какой-то момент теряет устойчивость, потом превращается... Вернее, начинается процесс аккреции или продолжается процесс аккреции и превращается в спиралевидные структуры. Так вот, значит, там основную роль, скорее всего, согласно вот этой модели, играет вязкость, вот, о котором в основном будет идти речь. И вот эта вязкость в основном влияет, превращает вот эти вот круговые орбиты в эллиптические, вот такие спиралевидные, это эллиптические, это утрированный вопрос. Если вращающийся эллипс, то получаются вот такие спиралевидные структуры.
Вот. Ну, то есть достаточно несложное, просто здесь вот такое модельное изображение. Вот какова связь между этими круговыми орбитами и вот орбитами аккреции на ядро протозвезды. Вот эта вот модель строится. Вот основные проблемы. На самом деле, главные проблемы небесно-механические – это формирование малых тел, как они вот аккумулируются, где они изначально формируются. Там очень большое количество проблем, до сих пор они открыты, хотя много объяснений, но они противоречивые, споры идут. Ну вот пусть пока вот эти споры остаются, вот давайте рассмотрим вот модель, которая предлагается, частичное решение этих вопросов. Вот дефицит углового момента – это известная проблема. И главное, вот здесь вот я бы хотел выделить малая ширина протопланетных колец, то есть там, где планеты находятся, если умножить на их эксцентриситет и на большую полуось, вот эта ширина, на самом деле, она очень маленькая. И откуда вот это пространство между, ну, например, планетами-гигантами возникает, очень серьезный вопрос. Вот они, 9,64, 10, и вот между ними, на самом деле, вот, да, это расстояние, это не между этими протопланетными кольцами. Они огромные, и вот откуда они берутся, что заметает вот эти следы. Мало того, они очень похожи друг на друга. То есть вот этот элемент регулярности вот в этих цифрах есть. Это для Солнечной системы имеется в виду. Ну вот, значит, для моделирования, основой моделирования является уравнение гидродинамики. Здесь нету магнитного поля, который на самом деле должен быть присутствовать, конечно, безусловно, но это сильно осложняет, и нужно их рассматривать отдельно для того, чтобы хоть что-то получить, вот хоть для какого-то случая. Поэтому вот здесь влияния магнитного поля нет. Ну и то, что характерно излучению, тоже здесь отсутствует, потому что я вот подчеркиваю, что здесь речь идет о протопланетах, а не тогда, когда уже Солнце, вернее, звезда существует. Так вот, если эти предположения принять за основу, тогда предлагается разделить, ну это типичная картина, это уже сделано, разделить равновесное состояние, сейчас я объясню, что это такое, и возмущение, здесь равновесие имеется в виду газодинамическое равновесие. Вот. То есть некое значение ρ0, оно не обязательно, не факт, оно должно быть константой, но локальное является константой, так же как и давление. Вот. И скорость. Вот. Ну и вращение. Вращение учитывается, вот здесь вот скажу, вот здесь вращение учитывается в виде вот такой вот формулы Кеплерова вращения. Оно дифференциальное вращение. Ну и главное, вот эта компонента, которая здесь присутствует, уравнение, вот n, деленное на ρ, вот это входит, через него входит как раз вязкость. И его главная задача как раз, как его определить, она действительно сложная. Вот. И, значит, предполагается техника, вот, которая рассматривается в монографии Рольса. Вот, значит, что делается там? Строится уравнение, волновое уравнение, решением волнового уравнения находится возмущающая составляющая, а вот это уравнение для равновесной составляющей. Она решается либо численно, можно решить численно, можно попытаться найти аналитическое решение, оно несложное. Вот, но начальные вот эти вот данные для того, чтобы газополевое молекулярное облако сжималось, вот здесь представлен один из вариантов, они могут быть разные, вот, похожие для Солнца, например. И вот здесь вот условия, взаимосвязь между давлением и плотностью, и вот профиль, да, вот скорость звука оценивается вот таким вот образом, это вот тоже из одной из статей, если нужно, у меня есть ссылка на эту статью. Вот оно берется за основу. Вот, значит, уравнение для возмущений плотности вот здесь представлено. А, да, значит, основная часть, если равновесную плотность брать, там и температура, принимается за константу. Она маленькая и постоянная, локально постоянная. Она меняется, конечно, но когда вот происходят вот эти переходы от аккреции на ядро и круговые пылевые расслоения, они вот постоянными считаются в данном случае. Поэтому вопросы вот такого рода остаются в стороне. Некоторые вопросы. Вот, вот плотность уравнений, вот Рольф, вернее,
похожее уравнение он выводил на основе вот этой методики. Я тоже получил такое уравнение. Здесь вот учитывается вращение облака. Вот, и его решение. Его решение можно получить аналитически вручную, а потом уже при помощи уже специальных средств вычисления можно построить разные картинки для визуализации, вот что сделано было при помощи системы Maple. Дальше вот картинки я вам покажу. Ну вот здесь в этой профиле плотности построенной при помощи вот этого решения для волнового уравнения для краевой задачи, вот формулировка краевой задачи, картина такая, вот это вот влияние отдельно выделено, влияние вращения, оно существенно, но вот самое интересное, но оно вот не имеет вот таких вот сильных всплесков, а вот всплески вот эти вот как раз связаны с возмущениями. А вращение вклад очень существенно вводит, когда уже приближается, сжимается, радиус становится маленьким, вот влияние оказывается очень существенным, плотность, вот здесь вот изображена плотность. Вот. Ну и вот насчет устойчивости. Когда мы рассматриваем вот это решение, ключевую роль играет вот это подкоренное выражение. Если здесь косинус, это вот устойчивое равновесие, тогда вариации вот этих вот волн, вот они, вот эти гребни волн, они на самом деле раскачиваются таким образом и расчищают вот это пространство, которое там было представлено, 10 астрономических единиц, например, для радиуса R0 равное радиуса ядра протозвезды R0 равное 5 астрономическим единицам. Здесь будет 10. Вот. Если же здесь будет иначе, например, отрицательная величина, вот это вот, это как раз показатель устойчивости, здесь будет экспонент, а другое решение, и решение получаем для случая неустойчивого равновесия. Тогда будет происходить аккреция на ядро протозвезды. А в этом случае формирование протопланетной. Протопланетного кольца. Вот здесь вот очень важный момент. Если большие массы, значит, облака, тогда вот возможно, что планетная система может вообще не образоваться. Вот это один момент. В остальных случаях, вот желтые здесь подобные, массы подобные Солнцу, вот, значит, какой-то момент на этапе 50 астрономических единиц переходит в зону неустойчивости, в зону устойчивости, и там остается. А в этом случае, когда сверхмассивные звезды, облака, значит, там просто на какое-то мгновение появляется наверху в сфере в области устойчивости и вылезает оттуда обратно. То есть фактически аккрецирует только. Получается такая вот ситуация. Вот это вот 3D-профили, вот эти раскачивающиеся волны плотности, о котором я говорил. И вот главное здесь, как получить вот эту вязкость при помощи вязкость получается при помощи двух вот этих уравнений, потому что считается, что диск тонкий. Вот. Для более сложного случая нужны более серьезные средства интегрирования, поэтому рассматривался вот только плоский случай, когда диск плоский, вернее, тонкий диск. Вот. Для этого случая получаем, рассматриваем вот эти вот упрощенные уравнения, предполагаем, что Кеплерово близко к кеплеровым движениям вот эти скорости происходят. Если подставить вот эти две первые уравнения, о которых я говорил, получаем вот такие два соотношения для скорости, радиальной скорости и для угловой скорости полярной системы. Координат здесь рассматриваются. И, соответственно, из них получаем вот такую вязкость. Вот на самом деле ключевую роль играет. Если значит, у нас плотностные волны гуляли вот таким вот образом между гребнями на этом пространстве, а здесь вот вязкость фиксируется. Вот этот очень важный момент, на самом деле он отражается как раз при интегрировании в дальнейшем, при численном интегрировании уравнений, этих же самых уравнений 1-2 и уравнений неразрывности уже численными методами. То есть мы возвращаемся после определения вязкости обратно к этим уравнениям уже для численного интегрирования, в которой уже вязкость задана. Вот такая вот вязкость. Здесь не вычисляется ни число Рейнсольда, не фиксируется, потому что это такой очень спорный вопрос, почему она фиксируется и как это объяснить, его фиксирование. Вот. Ну и вот результаты численного интегрирования. Если вернуться вот к численному интегрированию, и простейшие интеграторы дают такой результат. При уже начальных, ну вот, например, интегрирование на интервале 2-5 лет уже вот эти кеплеровые, изначально кеплеровые движения, вот начальные скорости берутся кеплерами,
они становятся вихревыми сразу же фактически, и они раскручиваются. И причем вот угловые, значит, угловая скорость примерно стабилизируется на каком-то определенном значении. Это вот для кеплеровых дисков, КВ-дисков, это вот кеплеровые диски с вращающимися линиями апсид. Вот. И для резонансных то же самое, примерно одно и то же происходит. То есть они становятся вихревыми. Это что означает? Это означает... У вас осталось 2 минуты. Ага, спасибо большое. Это означает, что и в протопланетных дисках, и в аккреционных дисках вот, плотность может в закручивающихся зонах, вот этих вихревых потоках, они формироваться могут вот уже начальное, происходить начальное формирование тела, уплотнение тела, вот этот показатель. Если же эксцентриситет увеличивается, то это уплотнение будет гораздо существенным, вот до 1,4, скажем, грамм на сантиметр кубический. Ну, вот здесь показано для разных случаев эксцентриситета. Вопрос возникает только, как может измениться эксцентриситет. И вот здесь представляется линейная модель увеличения эксцентриситета при помощи КР-диска, для модели КР-диска. Это резонансные движения. Вот в лагранжевых точках могут собираться и интегрироваться тела, и за счет этого формируется начальное формирование происходит тела, а выход, то есть увеличение эксцентриситета, может при линейном увеличении вот этого резонансного параметра увеличиться эксцентриситет и превращаться вот в объект аккреции. И причем это может быть и тело, твердое тело, и может быть газовый кламп. Вот, то есть большой разницы нет, и между ними вот такая вот тесная связь. Вот здесь вот представлены вот эти параметры альфа для того, чтобы подставить сюда и получить вот зависимость. То есть получается однопараметрическая модель, зависящая только от фактически, только от радиуса ядра протозвезды. Ну, вот здесь вот представлено, как это связано. Я уже заканчиваю. Вот, представлено, как это связано с троянцами и греками. Вот, и вот в один ряд нужно их выставить, чтобы анализировать теперь и то, что происходило раньше, и то, что происходит сейчас вот в этих кольцах. Здесь вот разные, значит, данные, где можно найти наблюдения и вот конференции, в которых это было представлено. Значит, как можно использовать? Можно использовать эту модель для определения текущего радиуса протозвезды и определение, когда будет, когда должен стать он звездой. Вот. И для спиралевидных, и для круговых. Вывод, значит, неустойчивый, значит, вот эти вот эволюции, вязкая эволюция и достаточно быстро вот эти вот движения Кеплера изначально становятся турбулентным движением. Все, благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы короткие и немного. Кто хотел бы что-то спросить? Всех напугал? Нет, да, можно вопрос? Да, да. То есть вы скажете, характерные, да, времена, характерные времена, получается, не больше 20 миллионов лет из оценки, да? Ну, да, ну самое, да. Максимальное, что там видел. Да, разные оценки от 5 до 20 миллионов лет. Да, вот, ну, не больше 20. Спасибо большое, это не очень больше, важно. Да, не больше. Очень важная цифра. Все, переходим к следующему докладу. Следующий доклад у нас... Так, брали. Следующий доклад. Булдаков, Васильев, Андрианов, Щекинов. Пространственно-временная организация течений в аккреционных дисках с большим плазменным бета. Кто докладывает? Да, здравствуйте. Меня слышно? Так, Максим Булдаков, прошу. Да, я докладываю сейчас, минуту. Так. Извините, там мне пишут, что вы не можете включить демонстрацию экрана. Тагил, уберите экран. Так, сейчас, минуточку. Убирайте экран. Давайте я выйду вообще. Что-то вот я не знаю, как убирать экран. Да, остановить демонстрацию. Все, пожалуйста, убрали. Все, спасибо. Так, можно грузить, Максим. Так, Максим. Да, видно презентацию? Прекрасно. Да. Сделайте полный экран, расширьте. Сейчас. У вас сейчас не демонстрационная версия стоит, по-моему. Сейчас F5 или кнопочка внизу?
А, так, хорошо видно? Так, прекрасно. Действуйте. Да, здравствуйте. Я бы хотел рассказать о пространственно-временной организации течений в аккреционных дисках. Начнем с постановки задачи. Одна из наблюдательных величин, которая может характеризовать МГД турбулентность, это мера вращения. МГД турбулентность возникает в аккреционных дисках разных типов, начиная от протопланетных и протозвездных дисков, заканчивая дисками вокруг сверхмассивных черных дыр. И в отличие от измерений в межзвездной среде, при измерении меры вращения в аккреционных дисках, которые являются относительно небольшими объектами, пространственное разрешение достаточно низкое, и мера вращения усредняется по большим объемам. И при этом в этих объемах МГД-турбулентность может иметь достаточно сложную знакопеременную структуру, которая при этом еще и быстро меняется. И при усреднении знакопеременных структур по объему мера вращения может быть близка к нулю. И возникает вопрос, что характеризует такая усредненная величина меры вращения, то есть какие характеристики турбулентности она характеризует, и можно ли поставить в соответствие усредненному значению меры вращения реальное значение магнитного поля и пространственное распределение магнитного поля и какие-то параметры турбулентности. И в этом состоит цель нашей работы. Для исследования этого вопроса мы провели моделирование аккреционного диска с помощью МГД-кода и провели некоторые синтетические наблюдения и измерения меры вращения. И при этом использовалась модель маленького фрагмента диска, потому что на маленьком фрагменте мы можем исследовать турбулентные процессы в плазме с достаточно большим пространственным разрешением. А далее кратко рассмотрим численную модель. На рисунке схематично представлен аккреционный диск, из которого вырезается небольшой прямоугольный фрагмент. И в этом фрагменте исследуется турбулентная плазма. Для моделирования использовался код Плута, использовалась модель с изотермическим уравнением состояния, решались уравнения идеальной МГД, использовалась конфигурация магнитного поля с нулевым вертикальным магнитным потоком, и начальное поле зависит от координаты x по синусоидальному закону. Далее моделирование было проведено с несколькими плазменными параметрами бета. Но в этой работе мы рассматриваем параметр, высокий параметр бета, равный 10 в третьей. И время расчета составило 160 оборотов диска. Далее здесь показаны основные величины, которые нас интересуют в этой работе и которые мы будем подробно рассматривать. Первая величина – это магнитная энергия b квадрат, деленная на 8π. Вторая – это компонента тензора Максвелла. Для краткости будем ее называть тензором Максвелла. Это минус произведение bx на by, деленное на 4π. И третья величина – это мера вращения. Мы предполагаем, что мы смотрим на диск сверху, то есть лучи зрения перпендикулярной плоскости диска. И мера вращения равна сумме bz на ρ вдоль лучей зрения. Также на рисунках показаны некоторые иллюстрации турбулентности, показаны турбулентное распределение плотности слева и тензора Максвелла справа. И мы видим, что образуются некоторые сложные турбулентные хаотичные структуры. Далее мы рассмотрим подробнее зависимости основных величин от времени. Здесь показаны зависимости от времени черным цветом напряжения Максвелла, то есть тензор Максвелла, синим цветом магнитная энергия и фиолетовым цветом мера вращения. Следует отметить, что показаны величины, усредненные по объему. И далее в презентации все размерные величины показаны в произвольных единицах. Но здесь для иллюстрации они еще домножены на некоторые произвольные коэффициенты, которые здесь вот показаны. И какая особенность здесь видна на этом графике? Можно заметить, что пики, к примеру, пики тензора Максвелла примерно соответствуют пикам магнитной энергии и меры вращения. И локальные минимумы этих величин также примерно соответствуют друг другу. То есть можно говорить о корреляциях между этими величинами,
И еще раз хочу подчеркнуть, что эти величины усреднены по объему. И далее, здесь показана та же самая временная эволюция величин, только на предыдущем слайде был показан полный расчетный интервал от 0 до 160 оборотов диска. Здесь показан интервал в 30 оборотов диска от 40 до 70 оборотов. Тоже показаны зависимости тензора Максвелла от времени, магнитной энергии и меры вращения от времени. И здесь лучше видно, что локальные максимумы величин примерно приходятся на один и тот же момент времени. Это еще одна иллюстрация корреляции между величинами. Далее подробнее рассмотрим структуру меры вращения и ее временную эволюцию. На графике сверху показана временная эволюция меры вращения, а на трех нижних графиках показаны двумерные распределения меры вращения в три момента времени. Как получаются эти двумерные распределения? Мы рассматриваем плоскость XY, и для каждой ее точки мы рассчитываем меру вращения, которая рассчитывается для каждого вертикального луча зрения. Таким образом, получаются такие вот двумерные распределения. И далее все эти значения усредняются, и мы получаем одно значение, которое соответствует одному моменту времени. То есть, например, левый график соответствует значению в пике меры вращения, в ее максимуме. Центральный график соответствует нулевой усредненной мере вращения, а правый график соответствует локальному минимуму меры вращения. И здесь видно, что двумерные распределения меры вращения имеют достаточно сложную структуру. Появляются некоторые всплески и минимумы магнитной энергии. А при усреднении этой величины все это вырождается в одну точку, и то есть информация об этих распределениях теряется. И возникает вопрос о том, можем ли мы как-то восстановить часть этой информации. То есть, например, можем ли мы что-то сказать о распределениях магнитных полей, например, в максимуме меры вращения. И для исследования этого вопроса мы подробнее рассмотрим два момента времени, которые соответствуют максимуму меры вращения. Второй момент времени соответствует нулевой мере вращения. Мы подробнее рассмотрим двумерное распределение для основных величин. Здесь на верхних графиках показаны распределение слева магнитной энергии. Это двумерное распределение в плоскости XY. Центральный график — это распределение тензора Максвелла. И правый график — распределение меры вращения. Это показано распределение в момент времени, соответствующий максимуму меры вращения. И на нижних графиках показаны функции распределения соответствующих величин в виде гистограмм. И что здесь можно заметить? Здесь можно заметить, что дисперсии функции распределения достаточно велики по сравнению со случаем минимума меры вращения, как это будет видно на следующем слайде. И при этом распределения имеют некую асимметрию, и эта асимметрия как раз дает максимумы соответствующих величин. Что можно заметить на двумерных распределениях? Мы видим, что на распределениях магнитной энергии и тензора Максвелла видны некие похожие пространственные структуры, то есть можно говорить о некоторой пространственной корреляции между магнитной энергией и тензором Максвелла. Но при этом следует отметить, что мера вращения и тензор Максвелла пространственно между собой не коррелируют, несмотря на то, что если мы рассмотрим зависимости от времени для этих трех величин, усредненных по объему, они все будут попарно коррелировать между собой. То есть это означает, что когда мы переходим к рассмотрению пространственных корреляций, часть корреляции теряется. Далее рассмотрим аналогичное пространственное распределение в момент времени, соответствующий минимуму меры вращения. И что здесь можно заметить? Можно заметить, что дисперсия величин, она меньше в несколько раз, чем дисперсия величин, точнее, дисперсия функции распределения в максимуме меры вращения. Мы видим, что среднее значение магнитной энергии и тензора Максвелла также в несколько раз падают. И можно заметить, что распределение меры вращения становится симметричным, то есть при усреднении мы получаем близкую к нулю величину. Но при этом
это нулевая величина, не означает, что магнитное поле равно нулю. Магнитное поле имеет какую-то вот сложную структуру. Далее подробнее рассмотрим вопрос о пространственных корреляциях между основными величинами. Я говорил о том, что может идти речь о пространственных корреляциях, и здесь приведены иллюстрации таких корреляций. На рисунке слева показана зависимость магнитной энергии от тензора Максвелла в виде такого точечного графика. Синими точками показан момент времени, соответствующий максимуму меры вращения, а черными точками показан момент времени, соответствующий минимуму меры вращения. И мы видим, что точки как-то достаточно сильно разбросаны, но грубо ложатся напрямую, то есть между магнитной энергией и тензором Максвелла действительно есть некоторая пространственная корреляция. А справа показана такая же зависимость для модуля меры вращения от тензора Максвелла. Для тех же самых двух моментов времени синие точки соответствуют максимуму меры вращения, а черные точки соответствуют минимуму меры вращения. И здесь мы видим просто хаотичные облака точек, то есть между мерой вращения и тензором Максвелла нет пространственных корреляций. Таким образом, мы рассмотрели основные интересные результаты. Переходим к выводам. Первый вывод такой, что между характеристиками диска, усредненными по объему, наблюдаются корреляции, а именно наблюдаются попарные корреляции между тремя величинами: модуль меры вращения, магнитной энергии и тензора Максвелла. Второй вывод состоит в том, что при рассмотрении пространственных распределений для этих трех величин некоторые корреляции пропадают. То есть, например, в максимуме меры вращения мы видим пространственные корреляции между тензором Максвелла и магнитной энергией, но тензор Максвелла и мера вращения пространственно не коррелируют между собой. И также стоит отметить, что вблизи максимума меры вращения дисперсии функции распределений, пространственных распределений основных величин выше, чем их дисперсии вблизи минимума меры вращения. И среднее значение тензора Максвелла и магнитной энергии также выше, чем их среднее значение вблизи минимума меры вращения. На этом доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Прекрасный доклад. Пожалуйста, кто хотел бы задать вопрос? Есть желающие? Нет, не вижу. Тогда переходим к следующему докладу. Следующий доклад у нас... сейчас, минутку, я открою программу. Доклад Калиничева-Шуматович. Вы готовы? Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, видео. Пожалуйста, сделайте презентацию в полный экран и вперед. Она у вас сейчас не в полный экран. Вот теперь начинайте. Добрый день. Прежде всего я хочу поблагодарить организаторов за возможность выступить на этой конференции. Это большая честь для меня. Я бы хотела рассказать о тепловых атмосферных потерях для горячих экзопланет. Валерий Иванович Шматович, который является моим научным руководителем, делал обзорную лекцию, она была первой в этой сессии. И он говорил довольно много об экзопланетах вообще, и в частности об этих графиках, которые вы видите на экране, и я немного повторю. У нас открыто уже больше 4000 экзопланет, то есть мы переходим из эпохи, когда нам нужно было именно найти экзопланеты и найти как можно больше, мы переходим уже в эпоху характеризации, когда нас интересуют их свойства, их распределение вот по различным параметрам. И в частности мы начинаем изучать их атмосферу, строить модели, сравнивать их с наблюдениями. И сегодня, в частности, я буду говорить об атмосфере экзопланеты типа Суперземля, экзопланеты PMC. На этом графике она находится примерно здесь. Она проходит по верхней границе в два радиуса Земли. То есть она расположена где-то здесь, возле вот этой интересной зоны пустыни горячих нейтронов.
А на этом графике она расположена, если найти примерно 2 радиуса Земли, где-то вот здесь. И если считать, что эта планета теряет свою атмосферу, то можно предположить, что она постепенно движется вот в эту интересную область вот этого ущелья фотоиспарения. Немного повторю о том, что такое горячие экзопланеты, с которыми мы работаем. Эти экзопланеты, ну, прежде всего, расположены близко к родительской звезде. И жесткое излучение от молодой родительской звезды, оно нагревает атмосферу экзопланет, атмосфера, состоящая из легких газов, из водорода и гелия. Таким образом, нагретый газ начинает испаряться, то есть происходит убегание атмосфер. И таким образом формируются протяженные газовые оболочки, которые мы уже непосредственно наблюдаем. Представляю вашему вниманию одномерную самозагласованную аэродинамическую модель. В нашей модели реализовано расщепление по физическим процессам. Она состоит из 3 блоков основных. Первый блок – это вот модуль Монте-Карло, в котором мы рассчитываем нагрев атмосферы. Это отличительная особенность нашей модели. Далее мы переходим в химический блок, модуль химической кинетики, в котором рассчитывается концентрация компонентов. И дальше мы переходим в модуль газодинамики, в котором посредством решения газодинамических уравнений мы получаем исходные высотные профили макропараметров атмосферы. Я хочу предложить вашему вниманию результаты работы нашей модели на примере атмосферы экзопланеты PMMC. Ее параметры представлены на экране. То есть еще раз повторю, что это суперземля. Она проходит как раз по верхней границе, это примерно 2 радиуса Земли. Она имеет в 4,5 раза большую массу по сравнению с Землей. И, как видно, ее радиус орбиты попадает в область определения горячих экзопланет. Существует довольно много одномерных моделей. Чем же наша отличается от других? Многие используют большое количество химических компонентов, большое количество реакций. Где-то учитывается магнитное поле, но все эти модели они учитывают довольно простую модель нагрева атмосферы. Как же происходит нагрев? Взаимодействие излучения звезды происходит, взаимодействие излучения родительской звезды с веществом самой атмосферы происходит посредством вот этих реакций, которые вы видите на экране, реакции ионизации, диссоциации и возбуждения атомов. Фотоны, начальная энергия излучения, она переходит в кинетическую энергию продуктов реакции, в том числе, стоит обратить внимание вот на эти фотоэлектроны. Существенная часть начальной энергии переходит именно в их кинетическую энергию. Если их кинетическая энергия оказывается достаточно высокой, то есть превосходит тепловую на несколько порядков величины, тогда эту частицу можно назвать сверх- или надтепловой, тогда возможно такое, что эти фотоэлектроны вступают во вторичные реакции. И таким образом их изначальная кинетическая энергия расходуется. И получается как бы уменьшенный нагрев по сравнению с моделями, которые не учитывают фотоэлектроны. Также, поскольку это одномерная модель, следует сказать, в каком именно направлении мы считали. Конечно, это было направление на звезду. То есть можно сказать, что все полученные результаты, высотные профили, они получены в подзвездной точке. Перейдем непосредственно к результатам. Здесь вы видите профиль температуры. Хорошо заметно, что нагрев здесь не очень сильный, он пик температуры не превышает 2000 Кельвин. То есть среди горячих экзопланет она считается относительно холодной. Далее профиль скорости. Хорошо видно, что максимум профиля скорости не превышает 1 км в секунду, то есть скорости тоже не очень большие. Самый интересный график – это график плотности. На нем довольно хорошо заметна структура атмосферы. В левой части видна вот эта прямая линия. Это довольно узкий слой стационарной атмосферы. Далее есть некая переходная область и протяженная корона. То есть структура атмосферы этой планеты соответствует структуре, как у хорошо изученных планет Солнечной системы. Подчеркнул, что именно наша модель позволяет получить вот такое красивое, хорошо заметное распределение по плотности, и она позволяет заметить именно вот эту двусоставную структуру. Это является, пожалуй, одним из важнейших результатов данной работы.
Также, конечно, нужно сказать, что мы моделировали именно атмосферу, состоящую из легких газов. Это водород и небольшое содержание гелия. Вы можете мне возразить, что по данным Хаббла не было обнаружено водорода в достаточном количестве. Остается открытым вопрос, почему он не был обнаружен, потому что его там нет, или все-таки потому что его именно не удалось обнаружить, на самом деле он там есть, но дальнейшее наблюдение это покажет. На данном графике хорошо заметно, что молекулярный водород остается только в небольшом слое, в то время как атомарный водород оказывается довольно протяженным. То есть здесь есть некоторые несоответствия наблюдениям, но я уже сказала, что, возможно, на самом деле водород не был обнаружен с помощью телескопа Хаббл, именно потому, что его не смогли обнаружить, а не потому, что его там нет. Конечно, стоит вопрос о том, чтобы расширить нашу модель в сторону добавления различных более тяжелых химических элементов. Мы работаем над этим вопросом. Также на основе полученных профилей распределения макропараметров был рассчитан темп оттока атмосферы. Он оказался довольно большим, примерно 5 на 10 девятых граммов в секунду. Если мы говорим о том, что данная экзопланета, возможно, находится в процессе потери своей первичной атмосферы, состоящей из легких элементов, и находится в процессе формирования вторичной атмосферы, то, конечно, интересно, за сколько времени при примерно таком темпе оттока атмосферы она могла бы потерять свою первичную атмосферу. Мой расчет составил приблизительно 10 в восьмой степени лет. Подчеркнул, что в данном случае мы говорим об очень приблизительных расчетах. В случае, если темп оттока не меняется, никакие другие параметры не меняются, планета никуда не мигрирует, мы не учитывали никакие события на самой звезде, никакие вспышки, ничего. То есть эту оценку не стоит считать какой-то окончательно достоверным. Это только приблизительные и первые расчеты. Также я хотела бы показать, как мы проследили расширение оболочки данной экзопланеты. Отмечу, что в модуле газодинамики нами использовалась не Эйлерова, а Лагранжевая сетка. И таким образом мы рассматривали не всю атмосферу, а только ее тонкий слой. Примерно в толщина атмосферы изначально составляла примерно 0,6 радиуса симметрического. И на этом графике можете посмотреть, как со временем расширилась под действием излучения и нагрева родительской звезды, как расширилась сама вот эта вот изначально тоненькая атмосфера. И она продолжает расширяться, если мы продолжим расчет. Перейду к заключению. В данной работе я продемонстрировала работу одномерной самосогласованной аэродинамической модели, учитывающей вклад на тепловых электронов. Нами были получены высотные профили макропараметров. Мне показалось, что максимум температуры не превышает 2000 Кельвин. Максимум на высотном профиле скорости не превышает 1 км в секунду. Также я продемонстрировала двухуровневую структуру на высоком профиле плотности. Также был посчитан темп оттока атмосферы, который составил примерно 5 на 10 девятой степени граммов в секунду. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Так, спасибо за доклад. Желающие задать вопросы, прошу. Есть желающие спросить что-либо? Не вижу. В таком случае еще раз благодарю докладчика за прекрасный доклад. Переходим к следующему докладу. Докладчиц Автаева Анастасия Андреевна. Анастасия Андреевна, прошу презентацию. Сейчас будет, это из ГАИШа. Прекрасно. Пока они там делают. Саванов здесь? Он из дома? Да, да, я здесь. Здесь и готов. Через. Ага. Значит, следующий доклад ваш. После доклада Авдеевой ваш доклад. Не Авдеевой положим, а Автаевой. Добрый день. Я вас приветствую. Хочу вам рассказать
про наше исследование, про нетепловые атмосферные потери для горячих экзопланет. Хочу напомнить, что в атмосферах экзопланет присутствуют как тепловые, так и надтепловые процессы. Например, к тепловым частицам относятся частицы со средней тепловой энергией порядка КТ. К надтепловым формально относятся частицы с кинетическими энергиями больше 5 или 10 КТ. Так как тепловые частицы, тепловые процессы рассчитываются довольно часто, например, предыдущим докладчиком, мы рассматривали нетепловые процессы, которые индуцируются за счет поглощения звездной энергии и, или электронов, фотоэлектронов. И в этом случае образующиеся нетепловые частицы важны, например, для атмосферной химии, ультрафиолетового свечения или как раз в наш случай атмосферные потери. Мы использовали кинетический метод Монте-Карло два раза для вычисления как раз тепловых частиц, то есть для нахождения функции источника, и далее рассчитывали кинетическое уравнение Больцмана для нетепловых частиц. Исследовали в этот раз мы суперземлю Пименси. На данном рисунке приведен спектр данной экзопланеты, данной звезды, звезды Пимен. И хочу заметить, что он довольно близок к звездному, к солнечному спектру, так как сама звезда, ну, практически как Солнце, только на чуть-чуть больше. Данная планета относится к суперземлям, но находится на пограничном состоянии. Здесь представлена используемая нами аэродинамическая модель. Как раз это аэродинамическая модель предыдущего докладчика Калиничевой Евгении. На верхней панели представлен состав экзопланеты. Далее идет температура и массовая скорость. Красные линии – это наш расчет для на тепловых атомов водорода с кинетическими энергиями выше половины электрон-вольта. Далее представлены результаты расчета функции источника. Наверху вы можете видеть скорости образования фотоэлектронов и скорость образования молекул водорода за счет фотоэлектронов и за счет жесткого ультрафиолетового излучения звезды. Далее представлены два расчета для разных расстояний от центра энергетических спектров водорода, которые как раз образуются за счет диссоциации, диссоциативной ионизации жестким ультрафиолетовым излучением, то есть жесткими фотонами. Это черный расчет. И фотоэлектроны – это красный расчет. Почему были выбраны данные расстояния? Потому что в данной аэродинамической модели как раз на данных расстояниях происходит все самое интересное. Ниже водорода практически нету, выше тоже. Далее представлен энергетический спектр убегающего потока на тепловых атомах водорода. И на данном графике показаны убегающих именно через верхнюю границу, которая в нашем случае была выбрана как 1,32 расстояния планеты. Данный на тепловой поток рассчитывался в направлении планета-звезда и оценивается величиной порядка 1,5 на 10-12 сантиметров минус 2 секунды минус 1. Это был расчет для умеренного уровня звездной активности. И далее, если усреднить расчетный поток по освещенной полусфере верхней атмосферы, то верхняя оценка скорости атмосферных потерь за счет процессов диссоциации молекул водорода составит
6 × 10⁸ грамм в секунду. Замечу, что тщательное изучение потери атмосферы для данной экзопланеты очень важно, так как на данный момент это единственная планета Суперземля с известной убегающей атмосферой. Также мы хотим их сравнить с предыдущими расчетами для экзопланет с другими массами. И также хочу заметить, что нетепловые потери могут быть еще более эффективными в случае экстремальных звездных событий и должны учитываться все-таки в аэродинамических моделях. То есть здесь мы использовали, напомню, умеренную звездную активность. Также представлена численная модель. В последующих работах будет расширена за счет включения в рассмотрение процессов воздействия плазмы звездного ветра на корону планеты. Спасибо за внимание. Спасибо. Прекрасный доклад. И хорошо бы вовремя все уложились, даже сэкономили часть времени. Пожалуйста, вопросы, кто бы хотел спросить? Есть желающие? Ну что ж, будем рассчитывать, что у Анастасии Андреевны еще много в будущем докладов и много вопросов, которые ей будут заданы. Она всего лишь, как я понимаю, студентка 5-го курса. Желаю вам всего самого наилучшего. И переходим к следующему докладу. Доклад Игорь Спартакович, прошу вас. Да, сейчас, секундочку. Включайте презентацию. Так, есть. Так, видно меня, слышно, коллеги, да? Да, вас слышно, и даже презентацию видно, что не всегда бывает. Прошу. Все, спасибо большое. Прежде всего, спасибо большое за возможность представить на совещании результаты наших исследований. Наше исследование посвящено активности двух молодых звезд с планетными системами, принадлежащим молодым ассоциациям. Здесь указано какие. На следующем слайде приведен абстракт нашего исследования. Для того, если кто-то им заинтересуется, его можно найти в книге абстрактов, которые вот существуют для данной конференции. Как только стали доступны наблюдения из архива космического телескопа миссии Кеплер, ее продолжение К2, стало понятно, что они открыли очень широкие возможности для исследования активности звезд по высокоточным фотометрическим наблюдениям. И сразу же наше внимание обратило то, что, в принципе, были открыты возможности к исследованию активности звезд с планетными системами в молодых скоплениях ассоциаций с возрастом до 1 миллиарда лет. В таких молодых системах на физические и химические свойства формирующихся планет сильно влияют как продолжающиеся процессы полудения планеты Земали и вот формирование самих экзопланет, так и магнитная активность центральной молодой звезды, которая может выражаться в ее избыточном ультрафиолетовом, рентгеновском излучении, корональных выбросах, которые, в принципе, могут привести к изменению физических свойств близких планет, ну и не очень близких, и даже приводить к разрушению этих атмосфер. В нашем современном понимании демографии экзопланет, в нем преобладают более старые планетные системы, как правило, более 1 миллиарда лет, в то время как механизмы формирования эволюции, ответственные за создание планет, переживают свои самые быстрые изменения в первые несколько сотен миллионов лет после образования планетных систем. Вот обзор результатов программы поиска молодых планетных систем был, ну, один из таких обзоров был опубликован в серии статей Резуты соавторов, Резута Ман и другие соавторы. Для того, чтобы в полной мере использовать набор данных миссии К2, эти авторы провели исследование, которое они назвали «Поиск зодиакальных экзопланет во времени». Оно получило такое сокращенное название ЦАИК с целью выявления характеристики изучения статистических свойств близлежащих молодых скоплений, областей звездообразования
и ассоциации. В ходе их анализа были рассмотрены объекты из скопления Плеяды, Гиады, Ясли и ассоциации Скорпион-Центавр, в том числе подгруппы Верхний Скорпион. Они применили специально разработанные методики и выявили новые планетные системы, которые принадлежали членам указанных скоплений. И вот данные этих, которые были получены в этих статьях и в этих обзорах, они послужили основой для формирования списка объектов нашего исследования. По мере доступности данных следующей космической миссии, это наблюдение миссии ТЭС, наш список пополнялся дополнительным объектом. Чтобы исследовать раннюю эволюцию планетных систем, было организовано так называемое сотрудничество TESS Hunt for Young and Mature Exoplanets, вот его сокращенная аббревиатура здесь приведена, которая направлена на поиск и характеризацию молодых транзитных планет в молодых звездных ассоциациях с возрастом, начиная от 10-20 миллионов лет, очень критичные времена, и близлежащих молодых движущихся группах с возрастом до 200 миллионов лет. Эта программа является естественным продолжением программы ЦАИНТ. Ну вот ряд примеров наших исследований активности звезд из списка объединенного, который, как я сказал, постоянно пополняется, оно уже можно найти его в выполненных нами ранее работах, опубликованных. Это порядка десятка или полутора десяток работ. Я только упомяну некоторые из них, такие, ну, самые обращающие на которые внимание. Это, например, исследование изучение М-карлика с номером вот таким. Он еще носит название К2-25 из миссии К2 под номером 25 из скопления Гиады с возрастом 650-800 миллионов лет. Кроме того, мы исследовали звезды уже тоже из продолжения миссии К2 из скопления Ясли и из подгруппы Верхний Скорпион. Это исследование было интересно тем, что для этих объектов нами были зарегистрированы по наблюдениям телескопа Кеплера вспышечная активность этих звезд. Значит, для первой звезды было зарегистрировано 32 вспышки, для второй 7 вспышек. Это позволило нам провести оценку энергии этих вспышек, это достаточно высокая энергия, ну, выше, да, чем солнечные вспышки. На следующем этапе мы исследовали 5 молодых звезд, обладающих планетными системами, как по наблюдениям миссии К2, так и основной миссии Кеплера, это Кеплер-66 и 67. И имеющийся к тому времени набор наших исследований позволил характеризовать изменение активности вот исследуемых нами звезд и сопоставить его с звездами, не имеющими планетных систем. Ну, как правило, это проводились сопоставления. Вот здесь представлены для примера графики, которые сопоставляют зависимость доли поверхности звезды, покрытой пятнами, от возраста исследуемых объектов, периода вращения и чисел Розли. Ну, вот на все... Первоначально нам использовалась такая достаточно ограниченная выборка, но уже значимая статистически, около 2000 звезд, характеризующих активность М-карликов. Это однородная была выборка тоже по наблюдениям миссии Кеплер. Извините. Затем это было, она была дополнена исследованиями более обширных, порядка 18 тысяч звезд. И как итог, вот то, что здесь представлено на графике, вот этими набор желтых данных. Это 34 тысячи звезд из обзора Макуилан с авторами, которые характеризуют возраст звезд, их вращение, ну и вот для них были расчислены число Россби. Видно, что звезды активность звезд с экзопланетами в общем укладывается в общие характерные зависимости, существующие для звезд без планет.
Как уже говорилось, что космическая миссия ТЭС дала возможность исследовать звезды не только в скоплениях, но и в молодых движущихся группах. Молодые движущиеся группы – это динамически не связанные ассоциации звезд, которые идентифицируются на основе их общего движения. Их возраст может достигать 300 миллионов лет, и их исследования позволяют изучать объекты в непрерывном диапазоне возрастов, в отличие от анализа звезд в скоплениях. По плотности звезд это также отличается от высокоплотных звездных скоплений, скажем, эти кластеры этих звезд менее компактны, и динамические взаимодействия в них встречаются реже. И, как следствие, их свойства этих звезд могут быть более характерными для предшественников экзопланетных систем, которые вращаются вокруг типичных звезд поля. Динамические исследования показали, что звездные взаимодействия в открытых скоплениях вряд ли разрушают планетные системы, но более такие мягкие изменения, как изменение эксцентриситета планетных орбит, вполне возможно. Большинство известных молодых движущихся групп менее отдалены, чем звездные скопления, что обеспечивает дополнительные преимущества для нахождения детальных характеристик этих систем с помощью таких методов, например, как транзитная спектроскопия и как измерение лучевых скоростей. Ну вот один из примеров исследования звезд, звезды, принадлежащей молодой движущейся группе вот этой звезды Дес Тукана, вот представлен на этом диаграмме. Значит, эта звезда имеет близкую экзопланету с радиусом между радиусом Нептуна и Сатурна. И вот на верхней диаграмме представлено наблюдение изменения блеска этой звезды, полученное с телескопами космической миссии ТЭС. На нижней диаграмме представлен спектр мощности, который позволил нам оценить период вращения звезды порядка 2,85 суток. Для звезды методом решения обратной задачи мы восстановили карты поверхностных температурных неоднородностей, показали, что на картах имеются концентрации пятен на двух долготах и проследили ее эволюцию. Характерная доля поверхности, покрытая пятнами, для этой звезды составляет порядка 3%. И что интересно, что по наблюдениям All Sky Automatic Survey нам была получена возможность оценить цикл активности этой звезды, который составил порядка 4,4 лет. Так, вот одно из появившихся недавно исследований, оно здесь указано, позволило выделить еще две планеты, они вот здесь указаны, и две звезды, вокруг которых они обращаются. И нами, вот я сейчас и, собственно, собираюсь сделать, будут представлены результаты активности этих звезд. Вот это первая звезда. Это относительно яркая звезда спектрального класса F5-F6 главной последовательности. В каталоге ТЭС яркость в системе ТЭС – это 8,8 звездных величин. Возраст, поскольку эта звезда принадлежит группе Актанс, оценивается порядка 30 миллионов лет. Это молодая система. Значит, здесь представлено также наблюдение в двух секторах наблюдений, в пятом и в шестом этой звезды. Нами был установлен, во-первых, период вращения этой звезды, это 1,4 суток, и показано, что за время наблюдений происходит как изменение амплитуды переменности блеска этой звезды, так и некоторые перемещения пятен по ее поверхности. Последующие исследования показали, что существует такая специальная программа «Экзофоб». Это программа последующих сопровождения наземными и другими космическими наблюдениями вот этих наблюдений избранных экзопланет, скажем, наблюдаемых в том числе с миссии ТЭС. И вот эти наблюдения указали, что эта звезда обладает систематическим изменением лучевой скорости и, возможно, она входит в состав долгопериодической двойной системы,
ну что не отменяет наличие у него планетной системы. Но, тем не менее, вот эти наблюдения сейчас продолжаются. Второй объект, который наше внимание привлек, это вот звезда, это вот эта планета, которая вращается вокруг вот этого источника. Этот источник является звездой спектрального класса М4, которая она входит в ассоциацию с возрастом 42 миллиона лет. Что здесь было для нас интересным? Значит, ну, прежде всего, да, я скажу тоже, что для последующие наблюдения показали, что сама звезда, возможно, является спектральной двойной звездой. И для нее получены первые наблюдения на 10-метровом телескопе SOLT уже и проводятся исследования. Эти исследования показали, что компоненты примерно одинаковые по своим параметрам. Это обе звезды спектрального класса М4. И это позволило нам как бы вот выделить блеск, разделить блеск этих компонентов и провести анализ уже активности звезды, которую мы считаем принадлежит экзопланету. Значит, первое, на что нас обратил внимание, это вот вид транзита, это V-образный транзит. У него не плоское дно, в отличие, когда звезда проходит через центральную часть, экваториальную звезды. И второе, незадолго вот до этих транзитов, которые вы видите, мы зарегистрировали явление, которое можно интерпретировать как вспышка на звезде. Но, к сожалению, из-за двойственности мы сейчас не можем сказать, к какому звезде, так сказать, относится эта вспышка. Это нужны дальнейшие наблюдения. И, к сожалению, да, данные чуть-чуть вот тут на восходящей ветви немножечко подпорчены, но тем не менее, предполагая, скажем, что это компоненты одинаковые, мы оценили энергию этой вспышки. Она составляет вот величину порядка 5.5×10^35 эр. Это достаточно значительная вспышка. И, значит, переходя к заключению, можно сказать, вот здесь суммированы данные нашего исследования. Здесь приведены наши две исследуемые звезды и для сравнения данные о звезде Дес-Тукана, это молодой солнечный аналог. Все эти звезды имеют возраст порядка 35-45 миллионов лет, это молодые объекты. Видно, что молодой солнечный аналог – это быстро вращающаяся звезда, в отличие от нашего Солнца, и доля ее поверхности, которая пятнами покрыта на этой звезде, существенно выше, чем на нашем Солнце. Два других исследуемых нами объекта. Один из них горячее, он вращается быстрее. Пятна на нем значимы тоже. Радиус у него порядка 1,1 радиусов Солнца, но меньше 1% доли поверхности закрыта. А вот вторая звезда, даже с учетом ее двойственности, это холодный карлик, период его вращения 5,6 суток, а доля покрытой поверхности это примерно такой же, как у звезды Дес-Тукана. Ну, все, на этом я, наверное, закончу. Спасибо. Спасибо. Прекрасный завершающий доклад. Пожалуйста, вопросы. Можно вопрос? Да, пожалуйста, Мария Валерьевна. А вот меня величина очень впечатлила. 10^35, это же очень большая величина для вспышки. И вроде бы площадь пятен при этом не такая большая. Как вы, какой механизм вы предполагаете? Откуда столько энергии выдавить можно? Другой тип динамо или что-то еще? Нет, проблема супервспышек, это сейчас, конечно, волнует всех астрофизиков, которые вот, работают в этой области. Вот помимо вращения, миссии Кеплер и ТЭС, они открыли возможность к исследованию вспышек на звездах. И, наверное, был за последние годы потрясающий прогресс сделан. Там открыты вспышки с энергиями существенно выше, чем эти, которые реально называются суперспышками, с энергиями вплоть до 10^38 эр. Притом эти открытия сделаны на звездах солнечного типа. Единственным различием этих звезд от нашего Солнца является то, что это, как правило, более быстро вращающиеся звезды, во-первых. Но существуют и звезды с вращением примерно такой же, как у нашего Солнца. Но запятненность, то есть доля поверхности, покрытой пятнами на этих звездах, существенно выше, чем на нашем Солнце.
Значит, идет обсуждение, существуют ли другие механизмы, которые могли бы привести к вспышкам более высокоэнергичным, что это отличающееся. Но, как правило, большинство все-таки исследователей склоняется, что характер вспышки такой же, как на нашем Солнце. Для М4 звезды это довольно заурядная штука. Вот эта. Для М4, да, это я согласен. Я говорю про звезды вот Солнечного. Есть замечательная звезда Проксима Центавра. Я рекомендую посмотреть. Есть наблюдения спутниковые. Она сажает вспышку за вспышкой. То есть у нее спокойных периодов-то нет. Так что М-звезды, М-карлики, они любят вспышку. Я все-таки хочу сказать, что из докладов, происшедших в среду, некоторые из докладчиков здесь есть, видно, что все-таки 10-35 это не такая уж большая энергия, и для солнцеподобных звезд вот примерно сейчас понизился уровень. На солнцеподобных звездах 10-37-10-38 все-таки, по-видимому, реально не наблюдается. Те исследователи, которые называли эти цифры, они уже сейчас снизили этот порог. Поэтому сейчас разрыв между тем, что мы наблюдаем на нашем Солнце и на солнцеподобных звездах, все-таки остался, но он все-таки составляет не более чем 1-1.5 порядка. И проблема, конечно, все еще существует, но она стала менее острой. Еще кто-нибудь, кто хотел бы что-нибудь... Собственно говоря, если есть... Мы закончили нашу программу, и поэтому могут быть любые замечания, вопросы по всему комплексу. А можно задать вопрос? У меня не столько размер величины, сколько соотношение. Там же не такая большая площадь пятен, если я правильно поняла на этой связи. Вот к докладчику. Вот соотношение энергии и в общем-то, не очень... Я не знаю, насколько надежно здесь определена была площадь пятен. С этим еще надо работать. Но Игорь Спартакович ответит. Прошу прощения. Давайте я немножко... Площадь пятен определяется достаточно надежно и уверенно, поскольку самую нижнюю границу запятненности вам всегда дает амплитуда переменности блеска. Амплитуда переменности блеска у этих звезд гигантская. Она существенно отличается от того, что мы видим на Солнце, не оставляет никаких сомнений в достоверности этой величины. Значит, что касается между соотношениями энергии и пятенами, я бы хотел обратить ваше внимание на недавно появившуюся статью ТУ с авторами, она вышла, касающаяся новым данным, полученным о суперспышках с помощью миссии ТЭС. Энергии в 10-38 несомненно подтверждены. Это, во-первых, на более широкой выборке. И, во-вторых, это какого типа звезда? Там несколько 10-38. Сотен звезд рассматривается. Это выборка наблюдений с космической миссией ТЭС. Если вы интересуетесь, я могу прислать потом ссылку. Ну, конечно, присылайте. Да, конечно. Мы сотрудничаем с Марией Кацовой в этой части и со многими. Я думаю, Мария Михайловна, несомненно... Нас да, Мария Михайловна, несомненно, знает эту статью, поэтому, конечно... Именно Мария Михайловна утверждает, что на Солнце, на звездах солнечного типа все-таки предел не 10-38, а 10-35. У меня есть вопрос Валерию Ивановичу Шматовичу и его группе. Подождите, про соотношение пятен. Одно из основных исследований, которое было начато еще и с моментом первого открытия Мейхары с авторами, это построение зависимости, запятненность от энергии вспышек. И даже очень простые модели позволили увидеть, как на этой зависимости лежат наши солнечные вспышки, это левый нижний какой-то угол этой зависимости, и верхний – это суперспышки на Солнце. Существует сравнительно единая зависимость, на которой все укладывается. Это есть один из наибольших таких
аргумента в том, что природа этих вспышек, скорее всего, одна и та же. Где накопить такую энергию? Это, конечно, другой вопрос, так сказать. Может быть, ну я так, извините, так грубо скажу, может быть, она не только на подфотосферном уровне накапливается, а где-то и в районе корональных уровней. Сказать однозначно нельзя. Но то, что это единая последовательность, сомнений не вызывает. Второе, значит, существует достаточно, еще Мейхара предложил достаточно простое описание зависимости вот этой энергии, как связь там, с петли, там дальше с размерами активной области, и в итоге от размеров пятен. И как раз вот эти все простые теоретические последовательности достаточно хорошо объясняют вот эти диаграммы. Ну вот для всех желающих, да, вот эту статью ту я потом где-нибудь приведу. Игорь Спартакович, я могу сказать, что я этим тоже много занимался. Современная модель вспышек на звезде солнечного типа 1038 дать никак не может. Это невозможно. Значит, либо здесь работает какой-то другой механизм, либо еще один вывод. Сколько времени продолжается эта вспышка 1038? Солнечная вспышка несколько минут. А здесь у вас сколько продолжения? Здесь они длительные достаточно. Там да, есть то есть, короче говоря, это надо работать над новыми механизмами, возможно, с небольшими вариациями. Да, я согласен. Пожалуйста. Спасибо большое. А может, лучше пока закончить. Оргкомитету, может быть, на следующей конференции этот доклад как пленарный, очень большой материал, очень интересно. 15 минут явно мало просто. На какой следующей конференции? Следующая конференция у нас будет, может быть, сейчас мы на столетие Борисовича устроили. К 200-летию мы этот доклад поставим. Нет, в августе будет Всероссийская астрономическая конференция. Это другой вопрос. Там уже не мы организаторы, и Анатолий Михайлович может учтет это пожелание. Если Игорь Спартакович имел в виду статью ту 21 года, то там энергия ограничена 1036. Я только что эту статью просмотрела. Рассматриваются звезды от 5000 до 6000 эффективной температуры, и для них вот 1036. Вот, спасибо большое, Наталья. Да, спасибо. Просто все про более высокие энергии. У F звезд, скорее всего. И там до F5 горячее, чем F5. А там уже это другой вопрос. Там другая. F звезды кажутся и значительно больше по размерам. Конечно. Там и размеры, и температура. Ну, а вы же понимаете, там нет подфотосферной конвекции. Там нет конвективной зоны. Звезде... Это другое. Хорошо, давайте этот вопрос прекратим, потому что это часть большой гигантской проблемы. Конечно. Мы специально ставили доклад о супервспышках, который прозвучал. Несколько докладов так или иначе касались этого в среду. Прошу еще какие-то замечания или вопросы. Имейте в виду, что нас скоро выгонят из этого зала, но время еще немножко есть. У меня есть вопрос для Валерия Ивановича и его группы. Так, собственно же, наблюдательные данные современные, наоборот, подтверждают вашу теорию в плане того, что там не такая уж и пустыня горячих Нептунов. Типа там нашлось довольно много планет за последние несколько лет буквально. Вот, а у вас просто график 17-го года, и она совсем пустая. Там сейчас больше точек есть. Вот, это просто мини-замечание или вопрос, не знаю. Спасибо. Еще кто-нибудь? Ну, хорошо, позвольте мне сказать несколько последних слов, потом, возможно, как на закрытие, что-то скажет сопредседатель астрономического общества Николай Николаевич. Вот здесь. Коля. Значит, я хочу сказать несколько слов заключительных, предварительно заключительных. Я здесь, меня просто позвали организаторы следующей конференции. Значит, чтобы уточнить, действительно ли мы отсюда уйдем. Уйдем, уже кончаем. Значит, я что хочу сказать. Когда мы создавали программу этой конференции памяти Соломона Борисовича Пикельнера и Самуила Ивановича Каплана, были сомнения, можно ли так широко ставить программу. Оказалось, что во всех аспектах этой программы так или иначе звучали их имена,
хотя, казалось бы, экзопланеты при жизни этих людей даже еще и не были открыты, или во всяком случае только начиналось. Тем не менее, здесь их роль очень важна, и очень приятно сознавать, что их вклад оказался настолько широким, охватывающим практически все аспекты современной астрофизики. И это внушает нам большую как благодарность этим ушедшим людям, так и гордость за человеческий разум, который может так широко и далеко простираться. Теперь я думаю, что мы будем закрываться. Может быть, несколько слов скажет председатель Совета по астрономии Анатолий Михайлович заключительных и Николай Николаевич. Я готов. Пожалуйста. Николай. В общем, конференция очень хорошо организована. Очень интересные доклады, очень широкая программа, сильно расширяет кругозор эта конференция. Если на ней посидеть полностью, то очень многому вот я лично научился. Вот. И самое главное, что отрадно, что было значительное количество молодежи на этой конференции, было докладов, выполненных молодыми учеными. Это говорит о том, что идеи Пикельнера продолжают жить и среди молодых людей. Ну и я думаю, что вот этот опыт по организации таких юбилейных конференций, вообще-то этот опыт уже он старый, давно такие конференции астрономическое общество проводило, вот, например, там конференция, посвященная Зельдовичу и так далее. Вот этот опыт должен дальше продолжаться, и научный совет по астрономии готов, так сказать, содействовать, помогать в этом плане. Ну, а я думаю, что многие проблемы, которые вот на этой конференции рассматривались, это очень хороший материал для Всероссийской астрономической конференции, которая будет в августе этого года. Вот, и я думаю, что часть докладов наиболее выдающихся мы поставим в виде пленарных докладов на нашей Всероссийской астрономической конференции. Я поздравляю руководство астрономического общества с удачной организацией конференции. Поздравляю всех докладчиков и слушателей с успешным проведением этой конференции. И желаю дальнейших успехов. Очень отрадно, что несмотря на ковид, несмотря на все вот эти, так сказать, препоны, которые неожиданно возникли, вот работа у нас идет нормально, и будем надеяться, что через годик там, или, по крайней мере, даже, может быть, к августу уже нам можно будет собираться не онлайн, а офлайн, и мы сможем уже, глядя друг друга в глаза, более подробно обсуждать очень интересные научные проблемы. Хочу пожелать всем большого успеха. Спасибо, Николай Николаевич. Спасибо большое. Значит, я говорю на открытии, что нас несколько напугало предложение ГАИШ провести в смешанном формате эту конференцию. Это первый наш опыт, и он вроде бы ни к чему плохому не привел. Мы справились с этим. Хотя был момент, был день, когда у нас все шло вполне удачно. А в остальном МГУ почти нигде не было нормального интернета. Как мы продрались, неизвестно, но таки продрались. Вот. И насколько мне известно, этот опыт ценен для ГАИШ именно в связи с проведением ВАК. И нас воспринимал ГАИШ как такую тестовую площадку, и получилось очень хорошее, полезное взаимодействие. Мне хотелось бы, во-первых, поблагодарить всех, принявших участие в этой конференции, за предоставление большого числа содержательных докладов. Особо я хотел бы поблагодарить Владимира Анухимовича, который разделил со мной сложную для нас, оказавшуюся сложной, проблему подбора председателей. Мы вдвоем провели все заседания. Вот это не так просто, но в будущем нам надо будет лучше заранее согласовывать, чтобы такого с нами больше не было. Поблагодарить очень ГАИШ за предоставление площадки, предоставление зала. Поблагодарить Егора Мишина за безупречную техническую поддержку наших онлайн-заседаний и пожелать всем новых красивых научных результатов и новых хороших конференций. Я очень был рад увидеть очень многих людей.
хотя и не только, хотя и в основном не в зале, а на экране. И в частности, моя особая благодарность Наташе Бондарь, которая мне вчера отказала показаться на экране, сказавши, что на ней нет фамильных драгоценностей. А сегодня показалась, хотя фамильных драгоценностей я на ней так и не увидел. Вот она опять показывается. Спасибо, Наташа. Вы знаете, только очень тяжело было слушать одновременно с ЭКИ. Иногда доклады интересные перекрывались и там, и, честно говоря, голова взрывалась. Хотелось иметь возможность более вдумчиво и спокойно слушать одного докладчика, а не метаться между двух конференций. Ну, это дело произошло не из-за нас. Мы объявили нашу конференцию в сентябре, через полтора месяца ЭКИ с нами, не советуюсь, объявил свою на те же точно. Вот я понимаю, что у них эта дата традиционная, но можно было как-то раньше начать согласовывать. Вот, так что тут и с нашей стороны, наверное, есть накладка, ну и с их стороны тут есть накладка. Что делать? Жизнь такова. И то, что будет в августе, уже сейчас наметилась накладка, поскольку августовский срок связан с ситуацией в МГУ. А в этот же срок, насколько я понимаю, сейчас просто с прямой накладкой, очередная гамовская конференция школы в Одессе. Это очень неудачное сочетание. Будем искать возможность как-то развязаться. Еще раз всем большое спасибо. Я думаю, если нет желающих что-то высказать, давайте объявим нашу конференцию закрытой, поблагодарим друг друга. Спасибо за ваши изумительные доклады. Огромное удовольствие получили. Спасибо всем организаторам, участникам. Николай Николаевич, а можно вопрос? Да, конечно. Вот тут всю дорогу кнопочка «Запись» горит. Да. А где можно будет ее результаты посмотреть? На странице ГАИШ на Ютьюбе будет все выложено. Спасибо. Так что запись будет действительно всей конференции, запись будет доступна. Сбоев у нас, по-моему, не было, правильно? Сбоев у нас не было, все записалось удачно. Я хочу еще обратить внимание на то, что на высокий уровень дисциплины у нас не сорвался почти ни один доклад. Один доклад. Доклад Язева сорвался, Язева. А в остальном все делали свои доклады вовремя и практически дисциплинированно, что очень приятно. Все, кончаем. Спасибо. Спасибо, мы заканчиваем. Спасибо. Спасибо. Всего до доброго, до свидания, до новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое.